Don't ever leave me.
Здравствуйте, уважаемый чатик. Опа. Игра почему-то не захватывается как игра. Поэтому только через захват экрана. Ну и как сами видите, разрешение у нее такое, потому что новелка уже не первой молодости все-таки. Вот. Итак, мы сегодня начинаем проходить новеллу под названием «Энигма». Я почитала описание сюжета, и там про смертельные заболевания, так что, я думаю, будет достаточно стеклянно. Вот. Также сегодня я выпустила новый видос, он пока доступен только ВК Дона, но для всех остальных он выйдет в четверг, так что можете подождать, можете подписаться на ВК Дон, как вам угодно. Вот, завтра еще опрос сделаю, какое видео следующим снять тоже. А у тебя есть памятка по концовкам игры, как пройти? Смотри. Тут, если что, есть вот такое. Сейчас. Ёб твою мать! Не, ну выглядит, конечно, солидно тут список концовок. Выглядит, конечно, ебанешься. Ну ладно, пускай у меня тут где-нибудь повисит сбоку, на всякий случай. Вот. Дам-то здесь, чтобы я увидела человека-то, который это все заказал. Ой, у нас получили випку. Хихелка. Сейчас, секундочку. Постараюсь сегодня прям большой стрим отстримить, как и договаривались, 4 часа, но я не знаю, как пойдет, потому что мне пришлось закрыть балкон из-за того, что на улице строят дом. В квартире очень жарко, хотя я сижу под вентилятором, особо ситуацию не спасает. Я постараюсь продержаться как можно дольше, потому что этот стрим заказной, у нас его купил Ла Дант. Вот, так что если вы хотите, чтобы мы продолжили ее проходить, то донатьте рублем на этом стриме. Все донаты на этом стриме, если не будет указано, что они на другую игру, пойдут на следующий стрим. А еще это фулл новелла, где надо все читать. Поэтому, ну без обид, я буду читать без сильного напряжения моих голосовых связок. Привет, госпожа Элечка, удачного стрима. А можно с этого момента все мои донаты будут уходить на Диагромана? Хочу смотреть на голых и тощих мужиков, хехе. Да, Чикарита, давай лучше для удобства пиши, что типа на Диагромана. И все. И я буду это постстрима автоматически все записывать. Вот сейчас записала. Короче, вот, погнали. У нас сейчас качественный контент. Новелла должна быть очень интересной. Либо начать вязать, что ли, под стрим. Давай, Форенсер. Сейчас чисто будет аудиокнига. Вот мы и встретились вновь, странник. Что? Подождите, я, короче, тут просто тестила игру и написала предлагаемое имя. Так, а можно удалить вообще все данные игры? Я хотела другое имя написать, свое настоящее, например. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Так, девочки, все, кто хочет покушать на стриме, рекомендую сделать это сейчас, потому что в игре много триггер-контента. Спасибо за предупреждение, Дант. Спасибо. Ну хорошо, давай начнем сначала. Здравствуй, рад тебя встретить. Музыку вам слышно в игре? Ты по своей воле выбираешь эту историю? В таком случае буду молиться за тебя. Ради твоих будущих товарищей. Не бойся, я, быть может, и выгляжу подозрительно, но тебе не враг. Можно даже сказать, я на твоей стороне. Ща, подождите. Я хочу прям супер полноценно начать заново игру. Блин, почему тут такие громкие звуки?
Ну, все, погнали. Вот мы и встретились вновь, странник. Что такое? Я уже знаю твое имя. Сделал выбор. Не помню, что бы я говорил. Ладно. А где тут можно поменять, ты говорили, имя? Ну ладно, не помню, что говорил. Буду молить за тебя и за твоих товарищей. Можно даже сказать им твоей стороне. Все время называть тебя ты довольно утомительно. Хороший повод представиться, как думаешь? А, ну вот. Ну, давайте русскими буквами. А, понятно, русскими буквами нельзя написать. Клево. Так тебя зовут Елина? Да. Понятно, Елина. Вот, значит, какое тебе имя? Да, не думаю, что вскоре смогу его забыть. Что же, Элина, настало время погрузиться в их историю. Ни мечты, ни надежды не смогут одержать победу над отчаянием. Вайбаромпы. В этом мире без героев. А потому я хочу, чтобы ты наблюдал и размышлял о начале истории этих несчастных людей. Так ты сможешь закончить ее собственными руками. Эй, а ты слышал? Про Честера? Ага. Я с трудом поверил в произошедшее с Эллом, а теперь еще и Честер. Интересно, от него ли он заразился? Это не передается от человека к человеку, ты же знаешь. Нам еще только предстоит выяснить, что является переносчиком. На данный момент, возможно, все. Не все. Да откуда тебе знать? Хватит орать во все горло. Так, прости. Извини. Но все же, я серьезно. Если все действительно так, для них нет спасения. Эх. А Честер об этом, конечно же, знает. Правда ведь? Конечно. Черт побери. Да пошло оно все. Они ведь не сделали ничего плохого. Честер... Мне бы хотелось сделать что-нибудь для него, прежде чем он хоть что-нибудь не стоит. Но просто делай вид, будто ничего не случилось. Так будет лучше всего. Я просто не могу поверить, что Честер умрет. А ты думаешь, я могу? Но мы ничего не можем. Мы ничем не можем помочь. Но почему это заболевание неизлечимо? Черт побери! Это проклятая энигма. На удивление легко найти того, кому сможешь доверять. Что, у нас тут опять дефолт-музыка из новелл? Я эту музыку слышал уже в нескольких новеллах минимум. Но не так уж просто найти товарищей, что смогут довериться друг другу. Книга с картинками, которую отец читал мне, когда я был еще маленьким. Герои его товарищи, что преодолевают бесчисленное количество опасностей, чтобы сокрушить великого злодея. Они продолжат непреклонно идти вперед, неважно сколько врагов станет у них на пути. В их сердцах не будет места смятению. Они будут искренне верить в провидение мудреца Зари. Герои не падут ни перед одним препятствием. Они останутся сильными и стойкими, добрыми и доблестными людьми ушедшего века. Я любил эту историю. И в то же время не мог не задаваться вопросом. Папа, зачем героям нужны товарищи? Если они такие сильные, они ведь могут и сами победить зло. Теперь я понимаю. Была лишь одна причина. Даже героям становится одиноко без друзей. Да... В таком случае, я не герой. Я слышу волны где-то вдалеке.
Где это я? Помню, что был... Ну, слава богам, ты очнулся. Он на корабле, что ли? А ты кто? А, пожалуйста, не пытайся встать. Мы нашли тебя на берегу. На берегу? А, точно, теперь я вспомнил. Меня зовут Калета, а тебя? Так это ты спасла меня. Спасибо, Калета. Я Честер. А где это мы? Да, я понимаю, что мы у тебя дома или вроде того, но... Честер. Да, это мой дом. Ты прибыл сюда с материка? Материк? А, так это... Это Карлайл. Маленький островок посреди моря. Понятно. Прости, мне не доводилось слышать о нем. Я бы удивилась, будь это так. Мама тоже о нем ничего не знала. А, она тоже с материка. Ее кораблю случилось попасть в шторм, а отец... О, прости, что-то я заговорилась. Тебе стоит еще поспать, а не слушать мою болтовню. Да нет, я в порядке. Значит, я потерпел крушение. Кстати говоря, а мы не видели никаких кораблей. А я не помню, что попал в шторм. Похоже, здесь воспоминания решили меня подвести. Ты путешествовал? Нет, я... Нет, я хочу сделать музыку потише. Я человек простой. Да, что-то вроде того. Как жаль, это явно разрушило все твои планы. Угу. А у тебя что-нибудь болит? Я в порядке. Слегка кружится голова, но на этом все. Пожалуйста, вернись в кровать. Я сейчас позову врачей. После того, как я тебя нашла, сразу же решила обратиться к ней. Только вот ее не оказалось дома. Но думаю, что сейчас она уже должна была вернуться. Прости, что доставляю тебе столько проблем. Пожалуйста, не беспокойся об этом. Просто подожди минутку, хорошо? Ну, пока что классическое начало, да? Пацан с амнезией, над ним склонилась симпатичная девочка. И пацан чем-то болен. Ха. Я надеялся, что больше не доставлю никому проблем. Похоже, у меня теперь не хватит времени отправиться куда-то еще. У нас есть сигареты, честеры, котлеты. Отличное начало. О, слушайте, а ничего такое, сипотный. Столько зелени. Красиво. Опять классическая музыка из новелл. Неужели зеленый всегда был таким ярким? Я уже и не помню. Ты оставил меня. Но, к счастью, мы встретимся вновь на другой стороне. Эл. Ума, это его погибший друг. Ну, для начала твои кости целы. Рад слышать. Спасибо, Грета. Это же прекрасные новости, Честер. Ну, но тебе все равно стоит быть осторожным. Да и отдохнуть не мешает. Можешь использовать эту комнату, как пожелаешь. Что-то не так? Калета, не могла бы ты нас оставить? Что? Почему? Ты ведь нашла его на берегу, правильно? Стоит тщательно его осмотреть. Просто на всякий случай. Понятно, но эта малявка хочет нас раздеть. Если только ты страстно не желаешь увидеть его обнаженным. Нет. Ебать, он здоровенный. А вы молодо выглядите, доктор.
Называли меня так. Имени будет вполне достаточно. К тому же я никакой не доктор. Примлинтик, сейчас буду писать рецензию к книге, которую в ТГ скидывал про девушек. Уж очень интересное дело. Если хотите найти эту книгу, присоединяйтесь к телеге Лины Сасадьевны меньше, чем ты. А что за книга? Куда ты ее скинул, Димасик? Сидит тут, интригует. Куда ты ее кидал? Когда? Спасибо за донат. К тому же никакой не доктор, а обычная травница. На острове нет врачей? Не, если трав недостаточно, то людям не остается ничего другого, кроме как умереть. Классный остров. Вообще. Материк. Это территория Лисни, разве нет? Независимо от того, насколько мал или незначительный остров, страна обязана направить хотя бы одного врача при условии соблюдения квоты населения. Которые в джунглях пропали. Да-да-да-да-да, это охуенная тема. Возможно, им не хочется отправлять своих врачей в места сомнительного существования. И что это значит? Именно то, что я и сказала. В любом случае... Да. Ты явно чем-то болен. Ого. Что? Я удивлен, что ты смогла это понять, лишь слегка облапав меня. Пожалуйста, больше не используй эту формулировку. Ха-ха. Похоже, ты и сам знал об этом. В таком случае скажу прямо. Тебе осталось два... Нет, возможно, даже один месяц. В лучшем случае. Ну, я ведь неплохо выгляжу. Да, ты красавчик. Видимо, поскорее помереть решил, раз отправился в плавание в таком-то состоянии. Уверяю тебя, все совсем не так. Я не хотел потерпеть кораблекрушение. Просто потянуло в море. Отдаю свою донатную девственность тебе. Спасибо за стримы. Ты всегда поднимаешь мне настроение. Спасибо большое, мистер Индиго. Поздравляю тебя с потерей донатной девственности. Сама игра часов на 15, наверное. Пока жив, захотелось повидать места, где еще не бывал. И, конечно же, я смог. Это было подобно свету в конце туннеля. Как по мне, тебе прямо не терпится погреться в этом свете. Этот опыт я бы точно не рискнул повторить. Блин! Послушай, Честер, если хочешь уйти, я одолжу тебе лодку. Если уйдешь прямо сейчас, то все еще сможешь. Снова сусмертельный рок, и сколько весит две бутылки, я вангую сюжет, как босс. Стрим же завтра, нет сегодня, я куя, хуесос. На самом деле я его люблю, не ссыте. Нафнаф 9. Ура, 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 я забыл, что могу так сделать. Девочки, скидываемся на Нафнаф 9. Нас же было так много желающих. Погнали. Нихуя, Артемон жмыхнул. Да, это Артемонио. Спасибо тебе большое за... А чё рубль не докинул? Артемон. Чтоб ровно было. Чтоб копейками, знаешь, кинул. 999 копеек. Спасибо тебе большое за донат ваше имя. Спасибо большое, Артемонио. Я после стрима все впишу. Или же нет. Ладно. Ты ведь все равно не хотела делать это место последней точкой назначения. Разве? Боюсь, что так и есть. Если умрешь в море, то хотя бы на корм рыбам пойдешь. Разбираться с чем-то телом, та еще морока. Вернуться в море выглядит не такой уж плохой идеей. Я не собирался доставлять вам неприятности. Могу ли я все еще одолжить лодку? Хе. Давай обсудим это позже. Грета? Какой костюм?
Да я же по ночам спать не смогу, если ты потонешь сразу же, как я выдворю тебя с острова. Хотя бы подожди до момента, когда будешь в состоянии нормально ходить. Я уже могу. Давай притворимся, что я этого не слышала. Пока что Грета мне нравится больше котлеты. Грета должна как-нибудь очень трагически умереть. Потому что она, ну, что это такая драматическая новелла, а она выглядит той самой лолей, которая, знаете, находит там в углу всю окровавленную с широко открытыми глазами, в которых застыл ужас. Какая добрая девушка. Честер, я сейчас зайду. Ну, как все прошло? Похоже, что я в полном порядке. Ах, пиздобол. Слава богу. А ты уверен, что тебе уже можно вставать? Все в порядке. Я подумала осмотреть остров, если можно. Но ты пришел в себя всего-то несколько минут назад. Хотя бы сходи, помойся, блядь. Спасибо, что переживаешь обо мне. Да ничего. К слову, это одежда. А, прости меня. Твоя была разорвана в клочья, вот мы и переодели тебя. А, не я, у меня есть младший брат, он тебе и переодевал. Ну, понятно, спасибо. Пожалуйста. А, так вот, ну, если хочешь осмотреть остров, я могу устроить экскурсию. Будет плохо, если потеряешься. Блять, Зай, ну ты сейчас выглядишь как претендент на френд-зону, шо ты так перед ним присмыкаешься? Похоже, я только делаю, что доставляю неприятности. Нет. Нет, вообще-то... Будет даже весело. Ты ведь никого здесь не знаешь. Так что позволь мне все тебе показать. Ладно, тогда можно и побаловать себя разок. Хорошо. О, и еще, если станет плохо, сразу же говори мне, ладно? Конечно. Тогда пойдем. Ой, погоди. Прости, я оставила кое-что снаружи. Дай мне минут 5, я разберусь с этим. Тебе помочь? О, нет, не надо. Там ничего такого, просто метла и остальные штуки, что я использую во время уборки. Честер, ты пока можешь потихоньку спускаться. Твою обувь тут. Ну, мои ботинки. Я так рад, что хоть они выжили. Ладно, я пойду. Можешь не торопиться. Понял. Похоже, ботинки в полном порядке не только снаружи, но и внутри. И явно стоят тех денег, что я за них отвалил. Ладно, пора выдвигаться. Это был голос Калеты? Она с кем-то ссорится? Ставь на то, что Калета Яндеры. Ой, ёб твою мать. К ней подкатывает мужик, да? Ой. Колета, моя Колета. Женщина с очень интересными предпочтениями. То есть она реально Яндера, нет? Ну, разберемся. Спасибо, Данзадрат. Тай, сколько раз я тебе говорила оставить меня в покое? Да хватит стесняться, мы уже давно не дети. Да, но ты ничуть не изменился. Я уже много лет вижу тебя одно и то же. Можешь забрать все это. Лаура ловит достаточно рыбы, чтобы прокормить нас обоих. Сомневаюсь, что этот чурбан может поймать что-то путное. Да просто возьми. Иногда можно и поесть до отвала для разнообразия. Нет, спасибо. Я совсем забыл про донат на игры. Прошлый донат на байонету и этот тоже. Девочки, давайте продвигать нашу Квина в пару. Хорошо, мистер Индиго, я поняла. Спасибо тебе большое за донат. Ну что тебя не устраивает во мне? Ты еще спрашиваешь? Уходи. Слушай, Калета, можешь и дальше строить из себя недотрогу, но однажды... Какого черта тут происходит? А, это Ани-чан Калет, да, это Лаура. Лаура? Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик.
Приветики. Игра выглядит прикольно. Я вот добралась до Хельсинки. Очень устала. Денежек пока нет. Но вот копеечка. Ой, хорошо, что ты добралась, Юляша. Поздравляю. Спасибо тебе большое за донатик. Опять лезешь к моей сестре? Что за наглое мелкое дерьмо? Тебя не учили, как со взрослыми разговаривать? Только с Триканом есть до этого дело. Я смотрю, тебе давно морду не били. Он меня пугает. Прекратите. Не устраивайте разборки у моего порога. Сестренка. Уходи. Ц. Я еще вернусь, Калета. Спасибо, что спас меня, Лаура. Лаура, что-то не так? Ты ранен? Да когда это могло произойти? Ты же была здесь. Точно. Я... Пойду верну ему рыбу. Блин, а Данте, а тут есть элемент инцеста? Что-то у меня какие-то плохие вайбы. Хочешь пойти один? Я ведь и сама могу это сделать. Все будет хорошо. Просто оставлю ее у его дома. Лаура? Ну вот. Кажется, я упустил удачный момент выйти. И чё б ты там дрался? От переходов я в восторге. Честер? Да? Ты слышал нас? О чем ты? А, да, нет, ничего. Так что это за место? Детская площадка. Пятнашки и прятки. Тут можно играть во что угодно. Как-то тут маловато мест, где можно спрятаться. Честер. Да. Никакого инцеста. У Лауры есть комплекс сестры, но ничего такого. Фу. Я морально готовлюсь к любому трэшу, который может произойти, потому что последние несколько новелл, которые я проходил на стримах, кстати, они были трэшовыми. Тебе нравятся дети? Так, к чему такие вопросы? Ты хочешь, пока он еще живой, зачать от него детей? Дети? Ну, наверное, да. Прямо душа счастьем и спокойствием наполняется, когда смотришь, как они играют. Я неплохо ложусь с детьми, если можно так сказать. Понятно. А почему здесь никого нет такое время? Большинство помогает родителям. Придут поиграть только ближе к вечеру. Мжавые качели и древний фонтан. О, здравствуйте, дедушка. Какая-то вот этот пришел извне. Да, его зовут Честер. Я тут ему все показываю. Ну давай вперед. Это какое дело? Мне так жаль, он немного ворчливый. А? Да ничего страшного. Мы, островитяне, мало общаемся с людьми из внешнего мира. Для всех из Карлайла чужеземцы на одно лицо. Это особенно заметно среди пожилых людей. Прости. Да ладно? Пойдем дальше, Честер. Тут больше не на что смотреть. Хорошо. Тебе нравятся дети? Очередные разборки Genshin FD в Твиттере окусадали. Блин, меня сейчас так кумарит вообще... Толком не вышла Сумеру, уже все сидят хуесосят, кусанали, сравнивают Тигнари, что он хуйня по сравнению с Ганьюй.
Певец, еще персы не вышли уже столько к ним хейта, я этого абсолютно не понимаю. Геншин ФД какие-то отбитые моментами. Вот. Эта дорога ведет к домам, где поживает большинство людей. Вообще, игра есть старше, чем есть. Разработка началась году в 2007. А вышла когда? Ну, чувствуется, да, что старенькая новелочка. Спасибо большое за донат, Дант. Ну ладно, думаю, нет смысла смотреть на чужие дома. Оп, что это сейчас было? Честер? Блин, читаться так захотелось. Вон там. Что? В том направлении что-то есть? Там? Там пещера? Пещера? Да, а что такое? Да нет, ничего. Кто-то наблюдает за мной. Сомневаюсь, что мне просто показалось. Ну ладно, не думаю, что стоит винить кого-то за излишнее любопытство. Да ничего, пойдем. А, хорошо. На вершине песчаных дюн воды сливались и извергали молочную пену. И вот так чуждый цвет взмывал небеса. Это парень или девчонка? Что ж, не думаю, что остались еще какие-то важные достопримечательности. Но, возможно, есть какое-то место, которое тебе хотелось бы увидеть. Пошли в пещеру. Тут скучно, правда же? Уверена, место, откуда ты родом, намного... Я люблю такие места. Небо здесь кажется шире, а свежий воздух прямо придает сил. К тому же... У меня ощущение, будто я отправился на встречу приключения. Я чудесно провожу время. Я так счастлива слышать это. Похоже, мы достигли перекрестка. Да, справа большой лес и больше ничего. А хотя, можно сказать, там живет один человек. А слева, как я уже говорила, пещера. Достаточно темное и жуткое место. Обычно мы обходим его стороной. Приветики, второй раз так-то доначу. Насомню. Очень игра понравилась. Спасибо большое за донат аноним за 56 рублей 84 копейки. Спасибо тебе большое. Да, зря я сказала что-то про копейки. У Энверя нет пола. Это тоже сюжетный момент. Все, поняли, разобрались. Ну, а если пойти прямо по дороге, то она выведет тебя к дому. Куда пойдем? О, это что, первая развилка? И я напрочь забыла, куда идти. Но, типа, блин. Пещера она где была? Где была пещера? Слева пещера. Естественно, мы идем налево. Я пока буду проходить, как душа мне велит. И посмотрим, какую концовку мы выйдем. Честер, уверен, что хочешь пойти туда? Угу, мне любопытно. А, прости, если не хочешь идти, то я схожу сам. Нет, я справлюсь. Я просто загляну внутрь. Только дай мне минутку. Нет, я тоже пойду. Не стоит заставлять себя, хорошо? Угу. Возможно, мне не так уж любопытно. Солнце скоро сядет. Я вроде как только недавно очнулся. Не стоит перенапрягаться. Честер. В общем, провожу тебя домой. Пойдем. Быстрее пойдем, я хотела в печи. Ну и хуй с тобой. Спасибо. Пиздец.
Калета. Да? Как думаешь, возникнут ли у кого-нибудь проблемы, если я проведу здесь ночь? Здесь? В таком-то месте? Почему? Полагаю, оставаться на ночь в доме юной девы не очень-то по-джентльменски. Грета? У меня за домом есть небольшое помещение, которое я не использую. Можешь пожить там. А ты сама не юная дева? Вообще, идти надо прямо, потому что в конце не откроется еще одна из концовок, если пройти по другому пути. Ну, ладно. Ну, не страшно, еще посмотрим. Спасибо за донат. Да все нормально, со мной ведь живет Лаура, да и Честер лучше сможет расслабиться в доме, с которым уже знаком. Не могу сказать, что у меня было достаточно времени, чтобы познакомиться. Я не против. А, ладно. Ему все равно нужен осмотр. Пусть я и не пользуюсь тем помещением, но чистоту поддерживаю. Есть кровать и все необходимое. Единственное, там может пахнуть травами, но на этом все. Ну, интересно, обладают ли они расслабляющими свойствами? О, а может, интересно, косячок из них сделать, да? Сомневаюсь. Отправиться в дом Калет или воспользоваться предложением Греты? Интересно. Всем привет, мои хорошие. Как вы тут? Я вот упала с головой в ДНД, и оказывается, карты города рисовать пиздецки сложно. Карты-то вообще сложно рисовать, Шарлотта. Карты — это сложная штука. Спасибо большое за донатик. Слушай, нам занатила Шарлотта, поэтому я считаю, это знак свыше пойти к котлетте. Мне это только в удовольствие. Хотя я и сказала это, но... Не лучшая идея вот так врываться в дом незамужней девушки. Тебе совсем не о чем волноваться. Со мной ведь живет брат. А твой брат согласен на эту затею? А я еще не успела спросить. Но ведь это он принес Честера в наш дом. Возможно, тебя все и устраивает, но сомневаюсь, что он будет в восторге от этой идеи. Особенно теперь, когда этот парень очнулся. Но... Должно быть неплохо иметь брата. Я единственный ребенок в семье. Ну, может быть немного упертым, но сердце у него доброе. Правда, он не очень ладит с людьми. Понятно. Лаура будет не против. Тут не о чем волноваться. Он никогда не откажет мне в том, чего я искренне желаю. Кажется, это зашло уже слишком далеко. Нет. Спасибо, Калета. Честер. Извини, Грета, я все еще могу пошить у тебя? Ага. Заебись, выбор без выбора. Ладно, пойдем, покажу тебе дорогу. Большое спасибо. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся обращаться ко мне. Наши дома не так уж далеко, так что я как-нибудь загляну к тебе. Спасибо. Ладно, мне тоже пора. Нужно ужин приготовить и все такое. Все, увидимся, Грета. Ага. Тут не на что смотреть, да? Да нет. Природа и есть главная достопримечательность. Которую ты можешь увидеть в любой точке мира. Вообще-то нет. Чтобы видеть ее, тебе придется поехать далеко за пределы города. Шутишь, что ли? Ты никогда не покидал этот остров? Грета? Солнце скоро сядет. Нам пора выдвигаться. Ага. Дом, милый дом. Ого! Не ожидай слишком многого. Меня все устроит, лишь бы была крыша да стены. В таком случае хорошо.
А дверь запирается? Можешь закрыться изнутри. А у вас тут мирная деревенька, я смотрю. Просто никому до этого нет дела. Брать все равно нечего. Этот остров до сих пор выживает за счет бартера. Так что деньги не имеют никакой ценности. Не имеют ценности? А как вы с материком торгуете? А мы не торгуем. Давай, заходи. Что-то мне не нравится, он какой-то очень изолированный. Может, они там все больные на этом острове? Ну ладно, тогда простите за вторжение. Белый лист? Честер? А, уже иду. Если игра выглядит как Геттера Кринж Навела, это еще не значит, что это Геттера Кринж Навела. Да, Дант, я ни слова не говорила! Чего ты? И впрямь травами, пахнет. Ну, уверен? Я, конечно, не эксперт, но кое-что знаю. Правда, недостаточно, чтобы на запах отличить одно от другого. А кем ты был на материке? Военным. Вот это я уж точно не ожидала. Ты совсем на них не похож. Мать была солдатом. Я просто пошел по ее стопам. Ну что насчет отца? Плотник. К слову, никто и подумать не мог, что мы родственники. Так сильно похож на мать? Угу, именно так. Если отращу волосы, то стану я двойником. Ну да, пацан-то смазливый. Хорошая комната. Рада, что тебе нравится. Большое тебе спасибо. Ты делаешь так много для какого-то незнакомца. Не говори это так. Я не знаю, как реагировать. Ну, я должен был как-то выразить свою благодарность. Не пойми меня превратно, это хорошая черта. Я просто не привыкла к подобному. Ха. Сделай нам чай. Хочу с тобой еще кое о чем поговорить. Сколько ли ей лет, интересно? За исключением матери Калеты, это единственный человек, который выбросил на берег этого острова в последнее время. Кажется, ее корабль угодил шторм. Подробностей не знаю, но она вроде бы оказалась за бортом. Но потом отец Калеты спас ее, и после этого она осталась на острове. Ты путешествовал в одиночестве? Ага, отец сам сделал лодку. Не, я просто так предупреждаю, чтобы не подумали ничего такого. Хорошо, Дан, все, понимал. Понял, принял, обработал. Надеюсь, она не пострадала. Волны вынесли только тебя. Возможно, она все еще где-то в море. Это было бы здорово. Ты в хороших отношениях со своим отцом? Ага, мы ни разу не ссорились. Понимаешь, моя мать ушла мир иной, когда я был еще ребенком. И когда я не мог уснуть, отец всегда читал мне книжку с картинками. Маленькие книги выглядели так нелепо в его огромных руках. Это всегда поднимало мне настроение. Хорошие были времена. Но ты оставил его. Даже не знаю, хорошо ли это или плохо, видеть, как твой ребенок погибает. Но... Мой отец тоже погиб. Э? Состояние отца до самого конца оставалось стабильным. Он скончался прежде, чем я сам подхватил это. Я бы сказал, он ушел достаточно мирно. А... Прости. Да ничего. Это о котором ты говоришь, твое заболевание, так? Угу. Что ты имел в виду под стабильным? Видишь ли, у отца была та же болезнь. Она разрушает ткани без разбору. В некоторых случаях мозг сможет стать первым. Но, как я вижу, она не коснулась этого острова. Я понял это по твоей реакции. Поразительно. Не знал, что все еще существует безопасное место. О чем ты?
Эта болезнь поразила не только Лисни, но и весь остальной мир. Необъяснимая и неизлечимая болезнь. Кто-то уверен, что все дело во вредных испарениях. Другие же говорят, что это проклятие истребленного племени. Я ставлю на второе. Какой-то профессор написал статью, в которой говорилось, что болезнь была вызвана силой, одинаково магической и химической по своей природе. Религиозные люди твердят, что это наказание за наши грехи. Каждый выдумывает небылицы на свой лад. Никто не знает, чем вызвано это заболевание, или как его лечить. И с каждой минутой все становится только хуже. Вскоре люди начали называть эту болезнь «Энигма». «Энигма»? Грета, а как так вышло, что Карлайл... Кстати, недавно рассчитала первый раз свою натальную карту. Я, короче, Солнце в Весах, Луна в Деве, Меркурий в Весах и Асцендент в Скорпионе. Ну и есть там по другим чьи-то планетам. Не знаю, хорошо ли это. А, ну теперь ясно, что мы с тобой так полазили, Чикарита. Я всегда с Асцендентными Скорпионами прекрасно лажу. Это многое объясняет. Ну да горячая штучка, Чикарита, конечно. Ух, какая. Спасибо за донатик. Тебе интересно, почему мы не получаем новости с материка? Пусть мы и на изолированном острове, но ничего не знать о болезни, жирающей весь мир, это странно, да? Да. Хорошо. Такое время это довольно легко увидеть. Давай продолжим разговор в другом месте. Иди за мной. Что там, гигантский барьер? Какое красивое небо. Не, не это хотела тебе показать. Посмотри туда. М? Это... На раскол барьере. Че, реально барьер? Барьер. Карлайл окружен защитным барьером. Он здесь уже много сотен лет. Материк, но люди снаружи давно нас забыли. Сомневаюсь, что остров есть хоть на одной из карт. Но форма барьера нестабильна, и этот разрыв иногда достигает моря. И словно по чему-то плану, каждый раз через него проникают люди. Через разрыв? Угу. И... М? От чего защищает этот барьер? Или он сдерживает что-то внутри острова? Но ты слишком болтлив для парня с таким беспечным личиком. Все нормально, если не можешь ответить. Мне просто любопытно. Я лишь хотела объяснить, как так вышло, что мы ничего не знаем об остальном мире. Пора появляются люди извне, но мы лишь немногое можем узнать от них. Я ничего не знаю о твоей болезни. Понятно. А что там такое? Белый лес? Это ведь не игра лунного света? Да. Такое ощущение, что чем ближе к центру, тем белее деревья. Наоборот. Наоборот? Погоди, о чем это ты... Белый лес постепенно становится зеленым. Нужно время, чтобы понять это. Что ж, звучит странно. Определенно. Это странно, не имеет никакого смысла. И зачем лесу менять цвет? Так ты тоже не знаешь, в чем тут дело? Угу, не знаю. А может быть, причины и нет? Возможно, это просто лес такой. Знаешь, а ты довольно обеспечен. Говори, что тебе любопытно, но не пытаешься забраться дальше. Ну, мне недолго осталось. Я мало что могу сделать, так или иначе. Скоро опенинг, ааоа. О, тут есть опенинг, кайф! Спасибо за донатик, Дант. Но серьезно, выглядишь так, словно тебя не заботит скорая смерть. Я бы предпочел, чтобы ты сказала, что я уже смирился с ней. Разве ты не расстроен?
Ты подхватил какую-то необъяснимую, неизлечимую болезнь. Неужели это не заставило тебя задуматься о значении собственной жизни или о чем-то подобном? Ты хороший человек, Грета. Ой, Саспекс, поздравляю с получением паспорта. Теперь тебя могут посадить в тюрьму. Поздравляю. Но от ответов я ничего не получу. В любом случае, не существует истинной правды. Для мира и для людей вполне естественно быть необъяснимыми. Жизнь, смерть, смысл жизни. Мне как детские загадки. Совершенно случайные, разбросаны повсюду. Я ставлю вещи, которые невозможно найти искателем приключений. Так ты сдался? Не совсем. Я всегда таким был. Прости. За что, черт возьми, ты извиняешься? Ну, я не знаю. Тот лес, что ты видел? Да. Музыка затихла сейчас что-то. Он пожирает людей. По крайней мере, я так думаю. Пожирающий людей лес? Это звучит немного... Нет, это точно ужасно. Его название не лучше. Мы называем этот лес... Как? О, понятно. Энигма. Ясненько. Это уже много объясняет. Ух, ухопенинг. Еще какой-то красивый мужчина будет. Это чел-коммунизация дерева, что ли, или что-то такое? Энигма. Двоеточие. Энигма. А я как знала, что тебе Игнис понравится. Ну да, это мой типаж, это мой типаж. Имя-то какой хороший, оказывается. Есть хочется. На, Честер, доброе утро. Доброе утро. Решила прогуляться? А, да нет, пришла позвать тебя. Меня? Да, подумала, что мы можем позавтракать вместе. Уверена, ты ведь и так многое для меня сделала. Пожалуйста, перестань переживать из-за каждой мелочи. Я так поступаю, потому что мне самой этого хочется. Спасибо. Чего? Перевод UTD вышел? Что?
Это откуда такие новости про перевод UTD? Меня сейчас наебывают, что вышел перевод, или реально что-то вышло? Я больше скажу, если мы пройдем Рут Лаура, нас же ДТ Рут Игнис. Что, прям романтический? Ничего себе. Ничего себе, какой поворот. Ну, не знаю, я сейчас зашла в группу ВК. И там ничего нету. Перевод? Да даже ничего не вышло пока. Чего вы меня тут обманываете? Перевод режим острова, наверное. А, ну режим острова тогда... Ладно. Сидят меня тут обманывают. Ну, Suspect Stream, ну... Дай мне тогда ссылку, если ты прям нашла где-то перевод, иначе, наверное, ты ошиблась. Блин, что там было? Что она сказала? Так, надеюсь, у тебя разыгрался аппетит. Я приготовил достаточно, еще и на добавку хватит. Я смотрю, у тебя краях не скупятся на еду. Честер, тебе нужны питательные вещества, чтобы поскорее поправиться. Хм, теперь-то у меня точно выбора не остается, да? Только не заставляй себя. Ну, как тебе? Вкусно. Я уже давно не ел настолько хороший завтрак. Ты прекрасно готовишь. А, о. Вот этот суп, кстати, очень нежный на вкус. Я рада, что тебе нравится. Я не знаю почему, но я ловлю от Честера немножечко вайба Доте. Прям самую малость. К слову, а где твой брат? Лаура пошел рыбачить. Я подумала, что мы могли бы... Я могла бы приготовить рыбу на обед. А она хороша свежей. Не думал, что однажды у меня будет такая роскошь, как свежая рыба. Роскошь? Ага, по крайней мере для меня. Ага. Ты пробовал с Гретой до поздней ночи? А, да, нам было о чем поболтать. Поболтать? Например, об острове. Да, Грета многое знает. Если хочешь узнать что-то об острове, то она именно тот человек, к которому стоит обратиться. Да, я позже подробнее ее расспрошу. Угу. Честер, не хочешь еще супа? О, я уже наелся. Большое спасибо за завтрак. Пожалуйста, спасибо, что ел с таким аппетитом. Честер? А, просто подумал, что это звучало очень мило. Блин, чел, что ты творишь? Просто мама всегда так говорила, вот и вырвалась. Вообще, фактически романтики нет, но ВС слишком очевидно и без этих ваших поцелуев и сексов. Ага. Хорошо, хорошо, мы поняли. Спасибо, Дан. Ребят, там кинули ссылку на полный перевод. Чикните, что там такое. Хотел бы я, чтобы моя мать была такой же. А что она говорила? Первая тарелка пошла, вторая, третья. Можешь встать. Она заставляла отчитываться за каждую несъеденную крошку на тарелке. Похоже, она была довольно строга. А, да нет. Когда я заканчивала, она всегда меня хвалила. Ого. Навевает воспоминания.
Мак, я помою посуду. Нужно что-то еще вымыть. Не, больше ничего. Но ты мой гость, Честер. Тебе не нужно ничего делать, просто отдыхай. Как-то неправильно это выглядит. Не стоит и дальше баловать меня. Позволь сделать хоть что-то. Блин, жалко мелкого нету. Я бы в пример ему поставила Честера. Ну... Я совсем ничего не могу сделать. Я неплохо справляюсь и с уборкой. А готовить умеешь? Достаточно, чтобы не умереть с голоду, если останусь один. Видимо, я абсолютно бесполезен. Нет. Ну, можно тебя попросить кое-что сделать? Конечно, что угодно. Можешь заняться бельем? Если постираешь его в реке... Заметано. Большое спасибо, тогда я сейчас его принесу. Блядь, надеюсь, сейчас будет без кринжевых моментов, где он нашел ее трусики. Давай его сам его соберу. Я бы предпочла выстирать свою одежду сама. А. Прошу прощения, тогда буду ждать. Хорошо. Как приятно, когда рядом такие милые девушки. Ну, а как когда милые мальчики-то рядом, как приятно. Ну и где же эта река? Я думала, она гораздо ближе. Возможно, убегать, не спросив дороги, было не лучшей идеей. Надо вернуться и расспросить. А кто это тут? Это что... Что-то не видел тебя раньше. Ты из внешнего мира. А вы? Гений. Я родом из королевства Луталит. Слышал о таком? Страна торговцев. Ага, это значит... Верно, мой корабль тоже прибило к острову. Когда пришел в себя, уже лежал на берегу. А, ясно. Так, Чач, без спойлеров. Мы в Эстаке приличные люди. Действительно. А что, сильно спойлерят? Я не особо-то успеваю чат проверять все-таки. Я Честер. Из рода Читаса. Родом из Лисни, вот он, да. Лисни, это как раз была последняя страна, которую успел посетить, прежде чем застрял здесь. Отличное место, полно богачей, все такое. Я там неплохо наварился. Хотя едва ли здесь деньги имеют хоть какое-то значение. Давно ты здесь? Со вчерашнего дня. Правда? Тогда расскажи, что там снаружи происходит. Что происходит? Угу. Я-то уже давненько тут, так что хочется узнать что-нибудь о внешнем мире. Как там близнее? Местные называют остальной мир материком, но... Они даже не в курсе, где находится этот их Карлайл, и действительно ли он под властью Лисни. Тут даже карт нет. Карта... Ну, тут вы правы. Жители острова не волнуют внешний мир, так что шансы получить даже круг информации стремятся к нулю. А ведь, казалось бы, им должно быть хоть немного любопытно, что происходит в остальном мире. И чего? Кстати, думаю, Лисни – ближайший континент к этому месту. Прежде чем попасть в это затруднительное положение, как раз отплыл из нее. Ладно. Насколько знаю, Лисни – милитаристское государство, которое стремится к миру во всем мире. Так сколько их вы уже поглотили? Еще денег на ФНАФ. А еще Эля, у меня асцендент в Скорпионе. Это что получается, астрология ня? В смысле, хуйня? Мы с тобой прекрасно ладим, Артемон. Ты что? Ты о чем, зайка моя? Спасибо тебе большое за донат. Я не знаю, насколько вы осведомлены, поэтому не уверен, что смогу ответить. Хм, и правда. Прости, совсем заболтал тебя. Это уже стало частью меня. Нельзя так просто отринуть привычки торговца. Как долго вы здесь, мистер Гений?
Давай перейдем на «ты». Зови меня по имени. У нас не такая уж большая разница в возрасте. Лучше поболтаем, как старые приятели, что угодили в одну и ту же передрягу. Думаю, прошло около 50 лет. 5-10 лет с тех пор, как я оказался здесь. Около. Какой-то слишком большой разброс. Как ты уже мог понять, это скучнейшее место на Земле. Здесь нечем заняться, так что ты просто теряешься во времени и перестаешь считать. Душе мне все еще 20. Ха-ха. Да, черт, как же это освежает. Давненько у меня не случалось такого забавного разговора. А местные? Ну, они никуда не годятся. Такие же скучные, как и это место. Не знаю, как бы это сказать, но... Им чего-то не хватает. Всем им. Вот тебе, к примеру, будет интересно постоянно болтать с малышней. Честно, давай еще поболтаем, как у тебя будет время. Ты вроде спешил по делам. Ма, точно. Меня попросили помочь со стиркой. Ты случайно не знаешь, где тут река? Ну, да просто продолжай идти по дороге и выйдешь к ней. Как будешь приближаться, услышишь шум водопада. Можешь постирать прямо там. Но если понадобится питьевая вода, то я бы посоветовал бы пройти немного выше по течению. Спасибо. Но где ты живешь, Ген? Он уже зовет его Ген. Да вон там. Наподробнее. Но мы все равно скоро встретимся. Тут домов-то раз-два и обчелся. Хорошо. Но я бы пока одолжил домик у девушки по имени Грета. Ма, наша травница. Донат на Дергаман, и тот предыдущий тоже был на него. Всего 100, не по теме. Но кто-нибудь слышал офис голоса у персов? Боже, это волшебно. Кайфую от голоса Шина, Сары и Джо, ну и Кейджи, конечно. Да, я слышала, мне кидали, когда только появились эти видосы. Мне тоже понравились голоса официальные, хорошо звучат. Очень-очень фэкши. Спасибо, значит, Чикарита. Он Геннадий, а не гений. Да-да-да, Гена. Ну, а наша травница, она немного с причудой. Ну ладно, еще увидимся. Будь осторожен, постарайся не упасть в реку. Буду смотреть в оба. Ха. Понятно. Мать Калеты тоже попала сюда из внешнего мира. Интересно, есть ли тут и другие? Стирка в реке. Вот уж точно новый опыт. Так, это просто не, возможно, одежда ее брата? Вода холоднее, чем я ожидал. Жизнь здесь совсем не похожа на городскую. Вода такая чистая, что я вижу дно. Да и сам остров явно больше, чем мне казалось. Меня все еще интересует тут лес за водопадом. Есть людей. Видимо, искусство не ограничивается только именем. Эта штука тоже сжирает изнутри. Голос Греты был подозрительно нервным. Она что-то скрывает или же... Нет, вы серьезно! Ну боже! О боже. Видимо, смешали с простынями. Лучше я верну их назад и сделаю вид, что ничего не делал. Не видел. Ты ублюдок, какого черта ты творишь? А? Проклятый извращенец! Извращенец? Давненько я не слышал это свой адрес. Интересно, почему это слово звучит даже хуже, чем чудак или девиант? Да мне плевать, какого черта у тебя в руках? А, кстати, я вовсе не извращенец. У меня есть свои пристрастия, но ничего экстраординарного. А я спрашивал! Ты слышал, чтобы я спрашивал тебя об этом? Просто отдай! А, это твои? Да черта с два! А, фу, ты на секунду напугал меня. Чертов урод! А ты, видимо... А? Лаура? Да, это я, и что с того? Так и думал. От тебя исходит та же аура, что и от твоей сестры. До этого момента я видела его только сзади. Какого черта ты тут фамильярничаешь со мной?
Погоди, только не говори, что ты уже... Да, я убью тебя! Мне жаль, это должно было случиться, тарелка. Не, ну учитывая, что когда она вышла, тогда это было классикой. Это было классическое клише с трусиками. Сейчас, секундочку. Я себе жижи залил в сосалку, то закончилось. Ничего страшного, добавили немножечко фан-сервиса. Чтобы пока что люди не расслаблялись. Точнее, не пугались, что дальше будет какой-то киский контент. Да. Ой, да, и ставьте плюс, у кого родители зашли на этом моменте в комнату, это же классика. Я помогал со стиркой. А ты, как я вижу, здесь рыбачишь. Так ты решил поохотиться на речную рыбу? Уже поймал что-нибудь? Да все как обычно. Погоди, мы еще не закончили разговор. Угу. Рассказывать тут с лишним бельем своей сестры явно не лучшая затея. Чё? Лаура, дурак! О, боже. Ого, это должно быть больно. Ай! Я не помню, чтобы растила из тебя воришку трусиков. Не бей людей, не дав им объясниться. Я не делал ничего плохого. А, конечно, что это тогда в твоей правой руке? Кое-что, но я это не брал. Хватит с меня твоих оправданий. Сестренка. Ну, это даже забавно. Ну, конечно, навел суеты. Но стоит остановить их, пока Лаура серьезно не пострадал. Честер, это... Давайте немного успокоимся. Прости, мне казалось, я разделила все белье. Но потом я не смогла нигде их отыскать и... Мне так жаль! Ну, да ладно, всякое бывает. А я не заслуживаю извинений? Прости, Лаура, тебе больно? Не особо. Я могу вытерпеть и похуже. Наверное, нужно приложить что-нибудь холодное. Ты же сказал, что все в порядке. Но все опухло. Как мило. Чего? Родственные отношения. Всегда хотел младшего брата. Вайбы мой синг пошли. Лаура? Ты ублюдок, я не позволю тебе, слышишь меня? Да что на тебя нашло? Нельзя вот так кричать на людей, это грубо. Говори, что хочешь, но я никогда не признаю этого парня, этого чертова извращенца. Никогда. Лаура, как ты смеешь говорить подобные вещи? Тебе следует сейчас же извиниться или... Ни за что. О, ну ясненько. Ты очень сильно любишь сестру. Он как будто ее сейчас приобнял немножечко. Закрой свой рот, придурок, чтоб ты в реку упал и утонул. Лаура? Она запендюрила брату? Оставить здесь? Да, пожалуйста. Прости за сегодняшнее. Если бы существовала дыра, в которой я могла бы исчезнуть, то я бы без раздумий прыгнула туда. Не будь так строга к себе. Ничего страшного не случилось. Все потому, что невнимательно сортировала белье. А, только не будь его здесь, ничего бы этого не случилось. Лаура? На! Ну почему ты такой? Донатик тоже на байонету. И, кстати, что ты думаешь об апрельских тельцах с типом личностенств? И, к сожалению, это последний донат на сегодня, так как деньги сказали мне Бабич. Спасибо за донат, мистер Дига. Мне нравится, как меня спрашивают вот такие вопросы, что я думаю там о февральских водолеях с таким-то типом личности. Ребят, ну... Честно,
Но у меня нет в расписании такого, знаете, пункта, где я сажусь в кресло-качалку и такая, сегодня, наверное, я обдумываю свое отношение к такому типу людей. Причем прям именно к такому сочетанию. Да, не знаю. Тихони, наверное, такие пусечки. У меня мама апрельский телец. Делюк апрельский телец. Прекрасные люди. Но я, правда, я не очень понимаю смысл таких вопросов. Типа, что я могу ответить? СТП прикольные ребята. Мне нравится, с ними комфортно. А что ты думаешь о юйских раках и НФП? Блин, прекрасные люди, вообще amazing. Очень жду, когда июльские раки ЕНФП ко мне приедут на неделе. Не знаю, там в четверг, например. Да. Что думаешь о скорпионах со сцендентом в скорпионе, солнцем в скорпионе и типом личности GSFG? Ух ты, какой тип личности необычный. Похоже, на этот раз она всерьез расстроена. Да это ерунда. Могу считать себя счастливчиком. Мне просто повезло, вот и все. А? Если бы не твой брат, у меня было бы больше времени, чтобы изучить их. Что ты такое говоришь? Мне дали ачивку за этот вариант. Да господи. Ачивка. Конус Йох Софистикейтед Тейтс. Что? Как это слово переводится? Коноисиур. Подождите. Знаток! Достижение называется знаток, девочки. Я так понимаю, что-то про изысканные вкусы. Что ты такое говоришь? Какого черта у тебя такой счастливый голос? Все совсем не так? Все не так, понятно? Сестренка. Точно, нужно развесить белье. Прошу, не торопись, Честер. А, столько дел, столько дел. А. Это сейчас был кринги эпизод, конечно. Но вроде неплохой человек. Хотя понять его достаточно сложно. Думаю, вы бы понравились друг другу. Ух. Что скажешь, Игнис? Опять отмалчиваешься? Я вот... Как я вижу, ты становишься все менее выразительным, так что оно явно верно тебе служит. И все же я разочарована. Что ты хочешь сказать? Я в твоем лекарстве. Кажется, забыла его в доме. Боже, не смотри на меня, Игнис. Прости, но не мог бы ты сам его принять? Мастер. Я занята, но ты-то сможешь добраться до моего дома, если оно и впрямь тебе нужно. Ну, у тебя хватило времени прийти сюда? Просто зашла по пути. Какой у него дом интересный. Это место тоже обретет цвета. В недалеком будущем. Хорошо. Боже, какой же ты неприятный человек. У этих все разборки по трусикам. Калета порой бывает такой забавной. Эй, ты! Здравствуй, Лаура. Меня зовут Честер. Да знаю я! Ну это уже слишком хорошо для тебя, извращенец. Да я знаю, когда наконец определишься, как меня называть. Ты что, поумничать тут решил? Я просто веду себя как обычно. Ты издеваешься надо мной? Вовсе нет. В любом случае, Лаура. Не фамильярничай со мной! Не желаю слышать свое имя из твоего поганого рта. Я больше не стану отвечать, как ты меня не назови.
Если понял, выметайся. Не, ну с другой стороны, действительно, а что им еще на этом острове не обсуждать, да? Тут такой инцидент с трусиками. Лаури. Звучит как ответ. Нет, ты что, совсем тормоз? Ты переживаешь, что я отберу у тебя сестру. Что? Не волнуйся, этого не случится. Тебе же лучше будет не подразумевать под этим, что моя сестра недостаточно красива. Я бы не посмел так сказать. У тебя уже есть возлюбленная? Была, но теперь уже нет. Ну, тогда почему же этого не случится? Почему бы тебе просто не поверить мне на слово? Ага, ну да, не случится. Ладно, веришь ты мне или нет, я могу, по крайней мере, умерить твои подозрения. А? Ты планируешь покинуть остров или типа того? Ты кое знаешь как? Море уходит далеко за горизонт. Ты точно спятил, раз решил в одиночку туда отправиться? Нет, я не собирался возвращаться на материк. Если дело не в этом, то о чем ты вообще? Ты можешь прямо сказать, как настоящий мужик? Мне недолго осталось. В момент, когда я достиг Карлайла, мое приключение закончилось. Для меня не существует никакого после, в котором я мог бы найти новую любовь. Не понимаю. Верно. Я пытался преподнести все пафосно и поэтично, но видно, это не мое. Да скажи уже прямо, какого черта ты имел в виду? Я умираю. Так что тебе не о чем переживать. А? Самая тупая шутка из всех, что мне приходилось слышать. Я бы не стал шутить о таких вещах. Я ведь спас тебя, разве нет? Лаура? Я ведь не налажал? Я благополучно вытащил тебя из моря. Да, поэтому я все еще жив. Понимаешь, я болен. Едва ли месяц протяну. Грета это подтвердила. Мне жаль вот так растрачивать твой подарок. Болен? Что-то ты не выглядишь больным. Угу. Но ты умрешь? Да. А я... Мне не стоило все это говорить. Ты про ту часть с извращенцем и прочим? Да, это было жестко. Нет. Ладно, думаю, ты все равно не скажешь. Но мне все же интересно. Блин, надо же мне было создать тут упадническое настроение. Мне так жаль. А, да не переживай. Я действительно не знаю, о чем ты. Такое ощущение, что с тех пор, как я появился на этом острове, все только и делают, что извиняются передо мной. Это мне нужно извиниться, что беспокоить тебя такими странными историями. Ладно. В любом случае, между мной и твоей сестрой ничего не будет. Так что можешь перестать волноваться. А я бы напоследок бы перед смертью покутила бы. Но все еще ребенок. Видно, я все испортил. Так же, как и с Гретой. Нужно что-то делать с этой нездоровой атмосферой. Давайте кринжоу пошутим. Не делай такое лицо. Не самому уже все равно. Я уже знаю, когда придет мой конец, так что бояться мне нечего. Возможно, я как-нибудь даже прогуляюсь голышом по улицам. Не смешно, да? Что-то я не верю в твоем психическом здоровье. Да, думаю, это естественная реакция. Ладно, а что насчет пропитания? Как планируешь его добывать? Что за внезапный вопрос? Сегодня меня угощали, но обычно я предпочитаю сам это делать. Ты умеешь готовить? Достаточно, чтобы не умереть с голоду. И думаю, смогу поймать парочку рыбин ловушкой, если не буду все усложнять. Лаура?
Наесть то, что ты не можешь есть. Да вроде нет. Я не поклонник Горького, но в остальном... Наверное, мне пора домой, или у тебя остались вопросы? Да нет, по крайней мере, сейчас. Понял. Тогда до встречи. И поблагодари Калетту за меня. Ту-ту-ту. Так, раз уже заговорили про тихо, дайте я посмотрю, могу ли я сейчас открыть балкон, чтобы не сдохнуть. Да, вроде не так громко теперь происходит звуки строительства. Здесь так красиво и тихо, просто пиздец. Ой, тю-рю. Здесь так тихо. Изолированный остров. Интересно, почему ни разу не слышал, чтобы люди пытались сбежать с него. Если у вас станет сильный фоновый шум у меня, то вы скажите, хорошо, чатик? Возможно, всех устраивает жизнь здесь. Да. Шо, к нам Грета пришла? А что случилось? Привет. Добрый вечер, входи. Спасибо. Сестра мне все уши прожужжала, чтобы я принес тебе это. Чудесно пахнет. Она уже угощала меня этим утром. Но ты ведь не обедал. Тебя даже дома не было. О, так ты заходил? Прости, я решил немного прогуляться. Просто мимо проходил. Давай ешь, а то остынет. Спасибо. Тогда приступлю. Мне нужно обратно отнести тарелки, так что подожду, пока ты не закончишь. Но я и сам могу это сделать. Ты недостаточно хорошо знаешь местность. Еще не хватало, чтобы ты блуждал ночью по лесу. Он такая цундерка. Чего? Нет, ничего. Ах, было так вкусно. Надо добавлять что-то особенное. Я держусь. Я не буду шутить. Я не буду шутить. Не в курсе. Думаю, это все соль и другие ингредиенты. Надо же. Просто поразительно, насколько хорошо она готовит. Могу поспорить, у нее нет отбоя женихов. Она милая, ее готовка говорит сама за себя. Ни один мужчина не устоит перед такой девушкой. Думаю, да. Но сестре это неинтересно. А, правда? Есть тут один парень, что проходу ей не дает. Она ненавидит его за это. Я тоже ненавижу этого придурка. Он такой тупой, что я не удивлюсь, если его мозги сделаны из свинины. И? Ничего. Ух, да уж, это и впрямь можно назвать пиром. Ага, спасибо, что ел с таким Забудь. Спасибо, что ел с таким аппетитом. Заткнись нафиг! Еду домой! О, Лаура, подожди. Не похоже, чтобы твой фонарь работал. Забыл его заправить. Привет, интерфейс. За облаками луны совсем не видно. Ты наверняка прекрасно знаешь дорогу. Но разве не опасно идти в полной темноте? Возможно, тут найдется что-то алкогольное. Я до сих пор не знаю, где тут что лежит. Не надо. Пару минут в темноте — это ерунда. Здесь все персонажи, если не считать Колету, те есть цундери. Люблю их за это. Целый остров цундер. Боже ты мой, какая прелесть. Не хочешь здесь переночевать? Ват? Что?
Тут тоже есть двухъярусная кровать. Выбирай, где хочешь спать, наверху или внизу. И там приятно. Надо только вещи убрать. Переночевать? Ну, если у тебя остались еще какие-то дела и нужно вернуться домой, то я придумаю что-нибудь другое. Нет у меня никаких дел. Тогда не вижу проблемы. Давненько я не устраивал ночевку с другом. Дружеским другом. Другом? Эй! А твоя семья и друзья не будут переживать, что ты вот так пропал? И вообще, они не пытались отговорить тебя от путешествия? Я никому не говорил, что ухожу, но только письмо оставил. Я и тот, кто заботился обо мне, уже давно выросли. Не думаю, что мы в том возрасте, чтобы остро реагировать на подобные вещи. Ты жалеешь, что ушел? Не. А почему ты спросил? Просто так. Понятно. Ты не жалеешь, потому что ты... взрослый? Честно говоря, не знаю. Давай пойдем спать, Лаура. Я так объелся, что уже глаза слипаются. Мы можем продолжить разговор завтра. Доброй ночи. Доброй. Задевайся, Камики. Чем болен ГГ болезнью? Сука. Честер. Мне нужно отлучиться домой, но я скоро вернусь. Хорошо. Да что это за ответ такой? Ну ладно, увидимся позже. Блин, ты бы хоть лицо вымыл. А я это давно ему говорю. На местные явно ранние пташки. Ну, а что делаешь, Лаура? Ну ладно, ты как раз вовремя. Ну что, подсобишь немного? Расскажи-ка Калете, что я тут самый крутой парень. Молодой, энергичный, так сказать. Ну и прибавь, что она за мной будет, как за каменной стеной. А, да. Ну и ты станешь моим младшим братишкой. Как тебе уговор? Сможешь положиться на такого крутого парня? Нахрен! Че? Пошел нахрен! Я не позволю тупорылому увольню вроде тебе находиться рядом с моей сестрой. И уж точно не хочу быть твоим младшим братишкой и прочим дерьмом. Слушайте, мы ни разу не сохранялись, девочки. Надо сохраниться. Че? Если так бабы не хватает, иди к морю и вылови себе одну. Твоя вторая половинка уже сдалась тебе там. Ух ты, мелкий засранец. Ну чё, стой, а ну не сбегай. Лаура! Крыткий, как кролик. Я дал ему отпор. Ты съебался. Ха, так тебе и надо, придурок. Вот ты видок у него был, ха. Над чем смеешься? Воу! Ну, и чем же ты занимался вчера вечером? Я переживала за тебя. Прости, неужели ты допоздна меня ждала? Я глаз не смогла сомкнуть. А, ну, в фонаре кончилось масло, ну и я вроде как заночевал там. У Честера? Ага. Прости, что заставил поволноваться. Понятно, значит, у Честера. Сестренка. Понятненько. Так вы двое сдружились или вроде того? Что? Да что ты такое говоришь вообще? Ну, не пытайся скрывать, тут нечего стыдиться.
Я ничего не скрываю. Похоже, Честеру все по плечу. Даже приручить тебя. Раз уж такое дело, я прощаю тебя. Ну, больше так не делай, хорошо? В следующий раз предупреди меня. Ты моя драгоценная семья. Не делай вещи, из-за которых я буду чувствовать себя одинокой. А! Хорошо. Как в этой игре много многоточий. Просто пипец. Каждый раз многоточие. Фух, раз уж мы разобрались с этим, я что-то внезапно спать захотела. Думаю, пойти в постель. А что насчет тебя, Лаура? Я собирался отнести Честеру завтрак. А, я выпотрошила того кролика, что ты вчера поймал. Ты говорил, что хочешь сделать рагу. Ага. Как бы мне хотелось, чтобы все было наоборот. Что? Чтобы я выпотрошил кролика или что? А. Ты прекрасно готовишь, но не можешь потрошить кровь животных. У меня же все наоборот. Ума не приложу, когда и как такое случилось. Ты все время проводила с отцом, когда он был жив. Угу. А мама плохо переносила вид крови, так что ты приглядывал за ней. Ладно, ну все уже. Я уже засыпаю. Передавай привет Честеру. И, ты приготовила завтрак. Знаю. Спасибо. Все хорошо. Приятных снов. Спасибо. Думаю, можно приготовить тосты. Я тебя покурю. Все многоточий? В чате начался аппарат раздавания многоточий. Вы такие щедрые. Чат сегодня жесть хорни. Просто пипец. Very horny чат. Я помню, читала рецензии в Стиме. Один чел назвал игру симулятором многоточия. И я считаю, это отлично подходит. Да, тут очень много многоточий. Просто ебанешься. Давайте каждый раз выпивать, когда многоточие. Какая чудесная погодка. Первая пошла. Вот бы она еще мой бой сняла. Вторая пошла. Интересно, где же Лаура? Что-то долго его нет. Третья пошла. Наверное, стоит сходить и проверить. Ну, блин, я совсем забылся и приготовил слишком много. Наверное, он уже давно проснулся. Что за он, а, малыш Лаура? Четвертая пошла. Да! А что насчет сегодняшнего утра, а, Лаура? Я приглядывал с тобой с тех пор, как ты еще под стол пешком ходил. И ты, блин, разбиваешь мне сердце таким поведением. Отпусти, придурок! Слышь, мелочь, я говорил тебе не шутить со мной. Ты должен уважать меня, иначе... Печально, да, но ты ничего не можешь поделать, раз усложен как девчонка. Не как девчонка, а как пассив. Пожалуйста, не надо путать термины. Давай-ка расскажу тебе кое-что интересное. Помнишь Залезая? Парнишка, что живет у реки, разговаривает со своим отражением. Он явно к тебе неровно дышит. Можешь себе представить? Ему даже все равно, что ты парень. Я забью тебя так, что даже пошевелиться не сможешь. А потом отдам ему. Думаю, из этого выйдет кое-что интересное. Пошел нахрен! Ну, да не стесняйся. Ты едва-то на мужика похож. Роль бабы тебе больше подойдет, козявка. Сдается мне, корзина в серьезной опасности. Не могли бы вы отпустить этого молодого человека, дорогой сэр? Че? Что за хрень? Ты вообще кто?
Ты в порядке, Лаура? Что? Тут опасно, тебе лучше... Так ты тот парнишка из внешнего мира? Слышала о тебе. Тебя вроде Грета спасла или типа того. Ну, нет, на самом деле меня спасли Калетта и Лаура. Так ведь? Держи язык за зубами! Калетта? Вот дерьмо, просто беги, тебе точно не захочется обсуждать это с ним. Что, бежать? Как по мне, это та еще Марокко. Марокко, ты помереть решил, придурок? Ха, ну ты шутник, Лаура. У меня все еще осталось время. Это не шутки, тебя ждут серьезные неприятности, если ты разозлишь этого парня. Ну, он обижает моих друзей. Или вы просто дурачились? Честер? Думаю, такой коротышка не может на полном серьезе называть кого-то козявкой. Че? Или ты хочешь, чтобы я сделал с тобой то же, что и ты с этим парнишкой? У тебя язык без костей, приятель. Ну, возможно, не только у меня одного. Те парни за твоей спиной с радостью протянут мне руку помощи. Что? Ты притащил кого-то с собой? Я защищу корзину. Это наш шанс, Лаура, беги! Что? Че? Отступаем! Я думал, он сейчас морду ему набьет. Стой! Этот ублюдочный кусок дерьма. Я думал, сейчас будет крутое пиздилово. Фу, давненько я так не бегал, а твой друг опасный тип. Ты что? Ты что, тормоз долбанный? Он мог нас убить? Ну, это нормально. Я все равно бы помер, прежде чем меня убили бы. Это вы видели сейчас? Не смешно! Что за начало дня? Прости. Ничего, ты все равно вроде как нас спас. Место удара все еще болит? Я в порядке, уже привык. Едва ли к этому можно привыкнуть. Но он влюблен в мою сестру, а я стою у него на пути, вот и не дает мне нормальной жизни. От этого сестра еще больше ненавидит его, но он слишком тупой, чтобы понять это. Да уж, не похоже на описание интеллигентного человека. Да что ты говоришь? Кстати, тут ведь мой завтрак. Я с нетерпением жду его. Точно! Я обронил корзину, так что наверняка там все смешалось. Не страшно. Слушай. Да? Спасибо. Ну, ты бы покраснел сразу. Всегда пожалуйста. Блин, такие недрузьяцкие друзья. Потрясающий вид, да? Мы завтракаем под ярким солнечным светом, обдумаемый нежным ветерком, окруженный ароматом моря и цветов. Не это ли блаженство? Блаженство? Странный ты. Ты просто не замечаешь, потому что все это стало частью твоей повседневной жизни. Хочу сказать, твоей этого не было. Ой-ой. Чего? Нет, просто подумал, что ты очень внимательный слушатель. Это ведь обычное дело, слушать, что говорят другие. О, не, Лаура, это не все умеют. Ну да, думаю, так и есть. Но ты видишь ли... Вообще, очень смешно, что ты хотел отдать Лауру Зизаю. При том, что Зизая выглядит. Ну, ты увидишь. Я уже жду увидеть, что там как выглядит Зизая. Спасибо тебе большое за донат, еще один дан. Спасибо за донатики сегодня. Ты абсолютно прав. Это что, какой-то сарказм или вроде того? Нет, но и не похвала. Ну?
Я думал, ты разозлишься. Я бы не стал. Почему? На это нет никакой причины. Ты просто сказал то, что думал. Не похоже, чтобы ты смеялся надо мной. Ну ты же вчера весь день дулся. Замолчи. Ха-ха. Вот, блин, ветер сдул его. Смотри, как летит. Этот коврик выткала сестра. Нужно вернуть его. Его уже далеко унесло. Хочешь, помогу? Не, справлюсь. Пригляди пока за нашими вещами. И не смей бросать меня и уходить домой, понял? Я не собирался. А почему ты вообще об этом упомянул? Ну, дай, может, поджидать нас на дороге. О, у нас купили рыбку, девочки! Сейчас, надо выдать випочку. Так, 77-я випка. Випок у нас осталось 13 штук, чат. Так что пока что их 13, копите пока. Да. Випки за випки. Татьяна скидывала скриншот с чего-то стрима, где чел сделал забалы своего канала, что он разрешает отойти зрителю покакать. Разрешает покакаться. Мне это очень нравится. Никто, кстати, ни разу не покупал штуку, чтобы я расписалась на стенке. Или это уже не актуально? И модеров на стрим давно не покупали, кстати. А, вот, открытка на стенку ВК. Никто не хочет покупать открытки на стенку ВК. Смотрю, в ноготочие 10 часов. О, привет, Ганган. Вам тоже сделать разрешение на отойти покакать? Вам блюдечки некуда девать. Ганган, слушай, заговорили об открытках на стену. Сразу ты пришел. Пока не забыла. Так, какой у нас сегодня есть какой-нибудь праздник? Сейчас проверю. Так, что у нас по праздникам? Ой, Ганган, сегодня день малинового варенья. Сейчас я тебе открытку отправлю на стенку. Так, мне кажется, я тебя уже поздравляла однажды с этим праздником. Ганган, с праздником! Держи открыточку на стеночку, зайка. Всех с днем малинового варенья, чат! А то я что-то как и не зайду поздравить Гангана, нет никаких праздников. Отредактирую немножечко. Во. Потому что последний раз я поздравила Гангана вообще 18 июля с днем семьи, любви и верности. А до этого я поздравила его 6-го с днем поцелуя. А до этого 2 июля я ему отправила, что мы друзья. А 30 мая я поздравила его с днем блондинок. С 8 марта поздравляла. С 23 февраля. С днем дипломатического работника. Со средой поздравляла. Няшка кидала на стенку. Зимний приветик. В тебе, подруга, столько страсти, огня, желания помочь. Пусть дружба наша не погаснет и улетят печали прочь. Вот, с днем домашних животных, с днем морпеха, с днем моржа, с днем сыновей, с днем бухгалтера, с днем рождения, с днем рождения, с днем психического здоровья, с днем Данилы, с днем танкиста, с днем шахтера, с днем флага, с яблочным спасом, с добрым зимним вечером. 16 августа я ему год назад отправляла. А, да, я его поздравляла год назад с днем малинового варенья. Было такое, да. Да можно будет открытку на день рождения тебя назвать, Воронеже, конечно. С днем молодежи, с днем пива, с днем Элины. Привет, как настроение? С днем друзей, с днем брюнеток, с днем семьи. С именинами Никита.
С днем кондитера, с 1 мая, с днем пожарника, Татьянин день, с праздником Крещения Господня, с Коляда, с наступающим Новым годом, день кино, день энергетика, для тебя, дорогая, день работников органов ЗАГСа в России, день Данилы, день Данилы, желаю воскресного отдыха, с добрым субботним утром, с покровом Пресвятой Богородицы, храни Господь тебя и твоих близких, благословенной ночи, доброй ночи. Столько я классных открыток отправляла Гангану, ебанешься. Так что, кого нужно поздравить с чем-то, можете покупать, оставляйте ссылку на ВК. Начало и правда не кажется особенно интересным. Возможно, поэтому игра так непопулярна, что довольно обидно. При том, что игра действительно очень крутая. Ну, у нас еще 2 часа стрима сейчас. Я думаю, раскрутится нормально, сюжетится-то. Спасибо большое за донатик, Дант. Ну, ты можешь поджидать нас на дороге. Ну, понятно. Скоро вернусь. Сейчас должна произойти какая-то встреча, девочки. Небо просто огромно. Не ветер такой приятный. Сейчас усну. Издалека доносится успокаивающий шум волн. Кто здесь? Ты уснул? Кто ты? Твой цвет великолепен, как и ожидалось. Цвет? Цвет прежде мной не виденный. Или такое уже случалось? Но если они и видели, у меня сохранилось бы об этом воспоминание. Удели мне минутку. Можешь хотя бы представиться? Спрашиваешь мое имя? Хорошо, ты его получишь. Хотя не думаю, что это можно рассматривать как имя, но это все, что у меня есть. Энвирио, номер 29. Энвирио, так тебя зовут? А что означают цифры? Означает, что номер 29. 29 чего? Энвирио. Ну, ладно, хорошо. Правда? Да, конечно. Теперь я хотя бы знаю, как к тебе обращаться. Ну, кстати, я Честер. Так вот, Энвирио, тебе что-то нужно от меня? Да, Энвирио кое-что хочет от тебя. Слушаю. Хочу твой цвет. Что это вообще? Цвет есть цвет, и он нужен Энвирио. А раз нужен, значит, нужно пойти его искать. Как люди проживают свою алчную жизнь, так и Энвирио соединяет цвета в одну долгую-долгую жизнь. Ты соединяешь жизни? Да, и твоя подходит к концу. Поэтому цвет будет принадлежать Энвирио. Так что... пришло время тебе... Честер! Пошли! Ну, что-то не так, Лаура? Просто пойдем! Но наша корзина... Забудь о ней! Еще увидимся, Честер. Лаура? Ты знаешь эту девочку? Нет. Не в курсе подробностей, но все местные знают, что с ней лучше не связываться. На это есть какая-то причина? Это не человек. Она не человек? Это девочка? Мне, конечно, показалось, что она странная, но... Это кукла, из тех, что делает Игнес. Кукла? А кто такой этот Игнес? Чудак из Белого леса. Высокий парень с белыми волосами и темной кожей. Он вроде как ученик Греты, но... Белые волосы и темная кожа? Не помню, чтобы видел его. Ученик? О, травничество. В общем, не подходи к этой штуке. Не стоит с ней связываться. Сложно представить, что она может с тобой сделать.
Лаура. Хорошо, если тебя так это волнует, то я буду осторожен. Спасибо. А? Ты ведь переживал за меня, разве нет? Что? Да ничего подобного! Разве у тебя какие-то проблемы с тем, что я волнуюсь? О, ой, смотрите, мы с Инкой с Вадимом пошли в финалку 14-ю играть. Мы с Инкой, Ниги. О. О. Вот этого я не ожидал. Они оба смутились? Какая у них дружеская дружба. На секунду даже растерялся. Ты сказал, что мы друзья. А, да, конечно. В таком случае волноваться друг о друге это совершенно нормально. Не согласен. Абсолютно нормально. Зачем мне твоя сестра, если есть ты, Лаура? Да. Ну ладно, мне пора домой. Не думаю, что Тай все еще поджидает нас. Хорошо. Спасибо тебе за все. Мы увидимся. До встречи. Так улыбнулся, Бибибиш, да? Если бы только я сделал это раньше. Если бы только покинул внешний мир раньше. Это он к чему? Что, типа, он встретил бы такого прекрасного Лаура? Да к чему сейчас была эта фраза? Возможно, тогда для меня был бы иной путь. Но потерянного не воротить. Мне нравится, как он, ну, типа, на деваху реагирует такую, она милашка, и на этого. Если бы только я был здесь раньше, то все было бы по-другому! Честер, вот мы и встретились вновь. Гений, что делаешь в парке? Ну это ты так хочешь спросить, чего одинокий старик слоняется по детской площадке? Тебе все еще 20, не забыл? Конечно, я в самом расцвете сил. Ну а что ты сделаешь здесь, Честер? Ну, расчешься на свидание. Ну, я был с другом. С парнем-другом. Парнем? Но ты на свидании, гений? Ну, видишь, и на этом острове нет ни одной женщины, которая была бы под стать моему мужскому обаянию. Хотя ты бы мог подумать, что тут найдется хоть одна. Короче говоря, на острове ни одной женщины твоего возраста. Ну, дети меня не интересуют, а если бы я начал ухлёстывать за замужней, то расшевелил бы осиное гнездо. Ну, не знал, что ты такой моралист. Кто знает, чем все обернется, если я облажаюсь на таком маленьком островке. Бля, я, это дружеская дружба. Каждый раз, когда персы говорят, блин, вы, наверное, такие хорошие друзья. Причем, учитывая, что Честер делает вид, что он ветер. Да-да, они как в том самом мире, где бабуська смотрит на гей-порн и такие, блин, они, наверное, очень хорошие друзья. Кто знает, чем все обернется, если я облажаюсь на таком маленьком островке. Такого красавца наверняка пошлет свободное плавание. Одинокое плавание, которое не сможет перенести. Пожалуйста, перестань. Мне еще не хватало, чтобы мне потом кошмары об этом снились. Ха! Давненько я так не дурачился. Все-таки хорошо встретить кого-то еще из внешнего мира. На острове тоже есть интересные люди. Тебе просто стоит поговорить с ними. Да, это потому что ты особенный, Честер. В моем случае все иначе. Все игнорируют меня. А, ну, пара людей мне тоже оказала холодный прием. О, даже тебе. Угу. Сказали выметаться с острова или что-то подобное. Если бы могли, то давно сделали бы это. Хотя страдать от тотального игнора намного хуже. С ними явно что-то не так, раз решили не относиться должным образом к красавчику вроде меня.
Помяни черта. Ух, какая красотка. Доброго денечка, отличная погодка сегодня, да? Здравствуйте. Вообще похую. Мужики какие-то. Честер. Видел это? Ты видел ее глаза? Она смотрела на нас, как на мусор какой-то. Мусор или даже вещь, что-то неодушевленное. Ну, я привык к этому. Здесь всем чего-то не хватает. Ты прежде упоминал это. Тебе вот тоже стоит быть поосторожнее. Если пробудешь долго на острове, станешь похожим на них. Будет слишком скучно, если такое случится. Как думаешь, чего именно им не хватает? Чего-то необходимого для выживания? А, или нет, совсем наоборот. Чего-то, что совсем необходимо, не необходимо для выживания. Вроде того. Даже не знаю, как объяснить. Но по тебе не скажешь, что ты чего-то лишён. Ну, я рос в другом месте. И хотел сказать, что... Когда смотрю на их детей, просто не могу не думать о том, что они вырастут вот в этом. Возможно, у острова есть обычай проводить лоботомию, когда дети вырастают. Кто знает. То есть он хочет сказать, что все взрослые какие-то амебные? Ну ладно, хватит на сегодня. С тобой и правда приятно поговорить, Честер. Взаимно. У тебя явно есть способ разряжать даже самый напряженный разговор. Возможно, между нами отличная химия. В следующий раз точно стоит выпить. На острове есть алкоголь? Ну, пабов и подобных заведений у них, конечно же, нет. Но вино делают отменное. В следующий раз угощу тебя. Буду с нетерпением ждать. Ладненько, до следующего раза, когда судьба вновь нас сведет. Увидимся. Какой энергичный парень. Короче, я чья хотела сказать. Рут Лаура — это фактически знакомство с островом и его жителями. Сюжетка здесь меньше затрагивается. Так, я понял. Типа, я сейчас как не буду проходить, меня все равно выведет на одну и ту же концовку. Вообще без разницы какую. Потому что я сейчас смотрю... Чё я это самое? Потому что я сейчас, походу, иду просто по... всем вариантам, которые только есть. В смысле Рут Лаура? Мы с Лаурой сейчас мутим? Нет смысла сидеть в четырех стенах. Как оказалось, я еще в состоянии бегать, хотя временами задыхался. Но я неплохо держусь, учитывая, что уже сгнил изнутри. Думаю, можно еще поисследовать. Не, мне просто написали в начале стрима, что типа сейчас я все равно что не прожму, я буду выходить на одну и ту же концовку. Типа концовку Лаура. Я просто сейчас смотрю по прохождению, что там. Ладно. Но, сдается мне, тут живет большинство людей. И, судя по размеру острова, должно быть несколько таких мест, но... На той стороне острова вполне может оказаться не так много людей. Я даже здесь еще никого не встретил. Да, это же парень Калеты! О? Не, мистер, а вы женитесь на Калете? А? Нет. Почему ты решил, что мы должны пожениться? Ну, я хотела раздобыть немножко хлеба, она накричала на меня. Это хлеб для Честера и все такое. Ты же ее Честер? Ну, конечно. Но это не повод жениться. Правда?
тебя уже вывела на Рут Лаура. Он всегда идет первым. Тут ВС по порядку проходятся, а концовка может быть разной, ибо у него в Рута 7 концовок. А-а-а, окей, ну сейчас посмотрим. 7 концовок, ебанешься. Спасибо за нанат. Правда, как все сложно? Мэй, мистер, откуда вы пришли? Бо, вернись сейчас же. Мама! Здравствуйте. Что тебе надо от моего сына? Просто поздоровался. Не вздумай приближаться. Пошли. Мама! Простите, мистер. Мама, ну подожди! Я всякое слышал о сельских общинах, избегающих чужаков, но... Тут явно что-то другое, что-то более... Мама словно на мусор смотрела. Видимо, гений был прав. Интересно, к матери Калеты так же относились? Или же отношение к мужчинам и женщинам здесь разное? Все смотрят, как на говно. Сдается мне, никаких ответов я не получу, даже если попытаюсь разговорить кого-то. Лучше я пойду куда-нибудь еще. Так, где же живет гений? Интересно, он тоже должен у кого-то хижину? Меня спасли Калета и Лаура. Наверное, в его случае было что-то подобное. А, что-то не так, но не могу понять, что... Все двое спасли меня, затем я встретил Грету, а потом гения. Честер? О! Здравствуй, какими судьбами тут? Решил прогуляться, а ты? Меня попросили кое-что доставить. Доставить? А, я занимаюсь качеством. Еще могу делать одежду, кукол и всякие разные безделицы из ткани. О, точно, в следующий раз я для тебя что-нибудь сделаю. Спасибо, но ты и так подарила мне новую одежду. Лаура так дулся из-за этого, но одежда все равно была ему велика. Но еще подрастет, возраст такой. Угу, думаю, так и будет. Знаешь, детство он был таким плаксой. А потом вдруг начал защищать меня, и я даже не поняла, когда произошли эти перемены. Вот так мы и живем. Блин, сейчас, дайте я сейчас сделаю кое-что. Дайте я игру перезапущу. Мне кажется, у меня что-то подлагивает анимация. Ну, что-то галерея, интересно, открылась? Да, у нас открылись лучшие арты в галерее, которые только есть. Да все, ну хватит самое глазами моргать. Открылся опенинг. А это, видимо, концовки. Ебать! Раз, два, три, четыре. 16! 20 концовок! Ебанешься. Вот так мы и живем. Я бы не отказался от такого младшего брата. Мы уже поняли. Правда? Так гожусь им. Ты единственный ребенок в семье, да? Угу. Просто родители избаловали меня.
Да ладно, у меня сложилось совсем другое впечатление. Скоро первые концовки. Советую посмотреть сразу 7, потому что она самая пиздецовая. Ой, ну посмотрим, что с концовками там будет. Да ладно, у меня сложилось совсем другое впечатление. Я просто избалованный дурачок. Такова правда. Я бы хотела побаловать тебя еще больше. Что? А, да ничего. Точно, когда Лаура говорила о тебе, с его лица прямо-таки исходила широкая улыбка. Никогда не видела, чтобы он так радостно говорил о ком-то. Все потому, что мы друзья. Большое тебе спасибо, Честер. Я не сделал ничего, что было бы достойно похвалы. Сделал. Ты ведь прошел долгий путь, чтобы подружиться с Лаурой. Разве нет? Прошу, присмотри за ним, если сможешь. Он любит позлословить, и в тот день он расстраивал тебя множество раз. Неправда. Для него это подобно счету. У него очень богатое воображение. И он легко верит другим на слово. В прошлом я пролила много слез из-за этого. Да уж. Вот почему ему нужен этот щит? Я понимаю. Пожалуйста, позволь ему опустить этот щит. Мне кажется, ты единственный, кто способен на это. Опустить щит, а может быть поднять меч? Как его друг. Не уверен, что смогу сделать что-то особенное, но собираюсь оставаться ему другом до самого конца. Большое спасибо. Лаура? Зизая. О, это мальчик. Я отдам тебе Зизая, а то ты выглядишь как тёлка, так же Зизая. Более еще феминный, чем Лаура. Ты пришел порыбачить? Ага, но мне только мальки попадаются. А, я тут ловушку поставил, так что... Может быть, смогу поймать большую рыбу. И? Отдам ее тебе? Ну, на черта тебе это делать? Ну, ты всегда делишься со мной дровами и... С вами кто-то из внешнего мира, так ведь? Думаю, теперь вам понадобится больше еды. Синтю, привет! Прости, я совсем не хотел навязываться. Я ничего такого не хотел. Я возьму ее. А? Не, вернусь утром и проверю, хорошо? Да, чем раньше, тем лучше. Хорошо. Зизая? Да. Спасибо. Да не за что. Ладно, мне пора. Еще увидимся, Лаура. Ага. Прическа, как у Елань. Да, что-то больше еланевская. Да, этот чертов ублюдок. Зизай неравнодушен ко мне? Ну да, конечно. Но он не только не испытывает ко мне каких-либо чувств, но еще и не уважает. Ой, долбоеб! О, типа он тебе рыбу предложил за лоха, тебя считает. Блядь, Лаура, земля тебе не пухом. Дима просто нужен кто-то настолько же слабый, чтобы довериться ему. Как здесь много гейского контента, слушай. Да, мне нравится. Калета рассказала, что ты был тем еще плаксой. Чего? Она сказала, что ты был плаксой. Замолкни. Детям и положено плакать, разве нет? И че бы корова мычала, это она при любом удобном случае ударила слезы. Например? Ну, однажды она без спросу надела мамину одежду и порвала ее. Да, смейся, а у тебя в детстве такого не бывало? Ну, я был тем еще проказником и не раз устраивал себе проблемы. Хотя в основном по инициативе Элла. Эл? А. Друг. Да.
Ну, вы знаете, ну, эти друзья, когда тебе приходится сделать паузу, чтобы объяснить, какой у вас был статус отношений, да? Паузу, чтобы сообразить, как это лучше представить. Кто такой Эл? Да, ну, друг. У Лайта и Гами такие же были проблемы, да. Угу. Ха. Ну, ладно, куда сегодня меня поведешь? Ну, а точно, нужно сгонять к речке. Зизай сказал, что к этому времени какая-нибудь большая рыба может угодить в одну из его ловушек. Зизай? Где-то я уже слышал это имя. Тот придурок, ты вчера его выкрикивал. Зизай, что живет у реки. О! Ведет себя, как зашуганный кот, и постоянно заикается, но с ловушками ловко управляется. Ну, вчера как раз он поставил одну для меня и сказал, что я могу забрать улов. Ты уверен, что это нормально? Он ведь сказал, что можно. Так почему нет-то? Я вот всегда делюсь с ним дровами. Короче, пошли. Будет отстойно, если кто-нибудь стащит рыбу у нас из-под носа. Понял. Вода прям ледяная. Смотри, не пускай здесь, а то свалишься в нее. Так где там твоя ловушка? Где-то за этим камнем. Погоди минутку, сейчас проверю. Я так люблю Зизай. Боже, девочки, он такой сладенький. Жаль, что его так мало в игре, но он просто солнышко. Эл тоже солнышко, кстати. Блин, хочу на Эла посмотреть очень. Ребят, если вам нравится игра, донатьте на нее. Обязательно. Чтобы я провела еще один стрим по ней. Так что донатьте смело. Ну? Ну, заработала. И выглядит не так уж и плохо. Не самая большая, но... Ого. Что такое? Огроменная рыбина проплыла прямо между моих ног. И ты ее упустил? Упустил? Да у меня едва хватило времени осознать, что вообще произошло. В следующий раз попробуй поймать. Давай смотримся, вдруг она еще неподалеку. А ты быстро оживился. На, вот она! Ого. Окружаем ее, я зайду с этой стороны. Погоди. Погнали! О, Лаура, она плывет сюда! Я не слепой, ты открылся с правой стороны! Она тут? Это наш шанс! Ага! Вот это уже серьезный улов. Таких больших редко встретишь в реке. Ты что, разлегся? Выглядишь тупо. Ты так рьяно на меня напрыгнул, что я не смог удержаться на ногах. Да, не думай винить меня. Ты ведь подскользнулся, да? Возможно. Ха-ха-ха, ты такой неуклюжий. Это не очень-то вежливо. Есть в Полинигме есть игра на телефон. Кстати, и там гейского контента есть больше. Ебать, надо будет всех, ну без прохождения. Ну ты хорошо справился. Ты-ка посмотри, она даже больше той, что принес Тай. Истинная победа, настоящий друг. Истинная победа, настоящая дружба. А, так хочется посхвастаться, но видеть его рожу не особо хочется. Постараюсь держаться. Хорошая идея. Честер, из нас ведь вышла хорошая команда. Что думаешь? Мы сможем поймать такую большую рыбу, что та от злости подавится. Пока мы вместе, мы непобедимы. Точно! Погоди, что-то бегство не особо похоже на победу. Ха-ха. Фух, потребовалось время, чтобы все высохло. Вот что бывает, когда плаваешь в одежде. Ха! Мэй, ты опять смеешься надо мной? Ну, то есть... Не для продолжишь насмехаться надо мной, я сделаю что-нибудь в ответ. Ха! Что именно? Посмотри мне в глаза. Ты смотришь бескрайнюю синему, и тебе все меньше и меньше хочется сопротивляться моим приказам. Какого черта ты говоришь? Это какая-то игра? Как будто твои глаза обладают какой-то силой. Смотри. Что? Ничего не случится. Ничего не случится.
А? Лаура? Увы, она только на японском. И чтобы ей скачать, надо зайти в Твиттер, разумей. Потому что в плеймаркете ей просто не найти. Но там такие сцены. Ебать, я хочу скрины увидеть. Да? Кто именно готовит для меня завтрак? Я. Ну почему? Сестренка не умеет готовить. Нельзя, чтобы Честер узнал об этом, а то она разозлится. Он реально его загипнотизировал? Док. Выглядит как хентай-манга сейчас. Не ожидал, что и в самом деле сработает. Калета упоминала, что он слишком легко верит на слово. Стоит ему ступить на материк, как тут же пойдет на корм мошенникам. Интересно, он тоже изменится, когда подрастет? Даже настолько невинный, как он? Лаура, можно кое-что попросить? Да. Блин, я думала, сейчас будет какая красивая CG-сцена. Если... Что-то не так? Я ничего не помню с момента, как мы поймали рыбу, а? Ладно, оставим это. Мы сейчас приготовим рыбу. Для начала нужно подготовить ее и избавиться от этого запаха. Сестренка позаботится об этом. После этого мы сможем съесть рыбу на ужин. Я принесу тебе, как будет готово. Так что просто жди дома. Спасибо. Я и правда как-то устал после такой активности с утра. Ага, пришлось побегать, чтобы словить одну рыбу. Для тебя, может, это просто рыба, но для меня целое... Для тебя это, может, просто рыба, но для меня целое приключение. Как скажешь. Ну ладно, пойду немного вздремну. Вода явно умеет высасывать энергию. Я могу скинуть сцены в группу, но там картинки не передают полноты картины. Надо читать. Кидай, кидай. Можешь написать даже, что к каким картинкам относится. Давай, Дант, ебошь. Ха. Ты что, только что посмеялся надо мной? Прости, до вечера. Буду ждать. Фух, было так весело. Да, загипнотизировать молодого наивного пацана, веселуха. Думаю, все неплохо идет, мы подружились. Кажется, он наконец-то стал самим собой. Хотя мне все равно порой кажется, что он относится ко мне как к ребенку. Но через несколько лет у него не будет выбора. Он будет считать меня равным. Когда я тоже буду взрослым. Но к тому времени он уже... Но он выглядит здоровым, весь день улыбается. Как будто по полной наслаждается жизнью. Разве смертельно больные ведут себя так? Не думаю, что он обманул меня. Причины просто не было. В таком случае, возможно, ему становится лучше. Я слышал, что воздух на острове лучше, чем на материке. И, возможно, это вылечит его заболевание. И он ест свежую здоровую пищу. Ну, конечно же, ему становится лучше. Все дело в этом. Как же это называется? Не могу вспомнить. Прямо на языке вертится. Точно! Чудо! Да, чудо! И как я мог забыть такое простое слово? Чудеса реальны. И пока веришь, свет одного из них будет благоволить тебе. Это единственное, что придает мне сил. Если отчаяния не существует в этом мире, тогда здесь есть место только для надежды. Когда подавился один нагито. Молись, и свет не зайдет на тебя. Ага, это точно чудо. Весь остров наполнен им и надеждой. Как ты сто лет меня не видел Такуру? Недавно ж был на стримах, нет? Но он и сам мог о болезни забыть. Но чего бы ему так смеяться? И сейчас, короче, сцена, где
Честер сидит и такой, блин, что-то мне нехорошо, и начинает блевать кусками легких. Смеяться. Лаура? Сестра, я закончила с приготовлениями. Что-то не так? Я хочу кое-что спросить. Что же? О Честере. Честере? Как тебе его улыбка? Как? Она красивая, нежная, очень обаятельная, как мне кажется. Красивая? А почему ты спрашиваешь? Странно как-то. Ты ведь еще собираешься к Честеру зайти? Если сейчас не начнем, то ты припозднишься. Ага. Тогда оставляю готовку на тебя. Его улыбка всегда одинакова. Боже, пиздец, какая гомосятина, я в ахуе. Я думала, когда еще на рулетке натянули на Энигму, я думала, там, ну, минимум гейских намеков, а это прям вообще! Холодно, словно я застрял подо льдом, утопая в темных водах. И все же я ничего не чувствовал. Ни боли, ни нехватки воздуха. Только понятие холод осталось в полости этого увядшего дерева. Я чувствовал, что погружаюсь все глубже и глубже, но не пытался сопротивляться смертельным объятиям воды. Ибо тьма, которая окружала меня, наполнила мое сердце облегчением. В то время как единственный луч света, проникающий сквозь трещину, казался совершенно пустым. И больше ничего не было. Поэтому все хорошо. Я мог смеяться столько, сколько хотел, и никто не желал этого. Чьи эти слова тебе сейчас были? Сам не заметил, как заснул. Мэй, добрый вечер. Только пришел, проходи. Как ты узнал? Потому что было холодно. А? Да ничего, не мог бы ты закрыть дверь, если не против, конечно. Спасибо за ужин. Рыба, которую поймал собственными руками, по вкусу не похожа ни на что другое. Невероятно вкусно. Это ты так пытаешься покорить мое сердце? Не я. Ну, а точно, Калета. Тогда вы явно вместе работаете над этим. Такой вкусный чай. Не помню, что вы прежде пил подобный. Я использовал листья Греты. Приятный аромат, да? А ты прямо мастер на все руки. Давайте я покажу, что я умею этими руками. Угу, я горжусь этим. Хотя на самом деле я не эксперт во всем. Просто могу делать многое, но на удовлетворительном уровне. И раньше я считал, что это более чем достаточно. Можешь рассказать о внешнем мире? Внешнем мире? Ты о материке? Угу. У нас дома есть карта, мировая. От матери досталась. И острова там нет. Интересно, насколько он большой? Не могу точно сказать, но... Не думаю, что он больше города, в котором я жил. Город? О, знаю, читал об этом в книгах. Понятно. Значит, остров маленький. По крайней мере, по сравнению с моим городом. Тот, которым я жил, был особенно огромен. В нем жило так много людей, что на улице всю ночь горели огни. А в какой книге ты это прочел? Она была написана на острове? Иногда чужаки приносят с собой книги. Некоторые сохранились, вот я их и собираю. Чтение меня мама научила. Но большинство местных не умеет читать. Думаю, просто неинтересно. Хотя на острове есть какая-то своя письменность. Грета Игнис больше меня знает об этом. Мне нравились книги об искателях приключений, путешествующих по всему миру.
Ну, тоже такие люблю. Правда? Вот как раз одна из таких, а парни по имени Труман. Он отправляется в путешествие, чтобы найти потерянный гримуар. В конце концов, он так и не находит его, но не сдается. Прости, что-то у меня уши заболели. А? Ты в порядке? А, извини, все нормально. А что ты делал во внешнем мире? У тебя была какая-то работа? Угу, была. Тяжелая? Я бы с такой справился. Не уверен. Но уверен, найдется масса других профессий, что больше подойдут тебе. Может быть, флорист? Работа, да и большинство клиентов очень приятные. А кем он был? По-любому что-то такое грязное. Но суть в том, что он военный. Говорил же, да? Цветы продавать? Этим занимаются мужчины во внешнем мире? Ну, может, и не всегда так было, но в наши дни у всех равные возможности. К тому же твой типаж пользуется особой популярностью у взрослых женщин. Ничего тут хорошего? Это поможет в работе. Правда, что ли? Неужели он... Хочешь повидать внешний мир? Ты как-то много говоришь о нем. Ну, конечно, хочу. У тебя впереди еще столько времени. Его с лихвой хватит на множество приключений. Может, настало время начать одно? Я не буду поощрять тебя за такое решение, но не считаю, что это плохая идея. Ты правда так думаешь? Если ты действительно чего-то очень хочешь, то нужно приложить все усилия, чтобы этого добиться. Даже если у тебя ничего не получится, ты бы все равно сожалел гораздо больше, если бы не пытался. Как мне кажется. Тебе кажется? Есть парочка типов сожалений, которые гораздо хуже, но... Поэтому ты решил не поощрять меня? Ты должен самостоятельно выбрать свой путь. К тому же, весь мир страдает от той же болезни, что и я. Однако этот остров она обошла стороной, так что если желаешь безопасности, это лучшее место. Это... Неужели все так? Во внешнем мире есть и другие, как Честер. Но если все они приедут на остров, им тоже может стать лучше. Интересно, могу ли я спросить, выздоравливает ли он? Лаура? А, ничего. Я просто говорю о разных возможностях. Порой ты можешь отправиться куда захочешь, но конечный пункт назначения останется все тем же. Вот почему взрослые всегда говорят детям быть осторожнее с выбором. Не помню, что вы мне такое говорили. О. Такое говорят во внешнем мире. Делать выборы сложно. Особенно, когда ты идешь по новому пути, не можешь предсказать, чем все закончится. Ой, это отсылка на игру сейчас. Я хочу побывать во внешнем мире. И уже давно надеялся на хоть какой-то шанс. Ну, мне страшно. Я даже не мог выразить свое желание словами. Знаешь, я ни разу не встречал никого с той же мечтой. Тут не говорят о внешнем мире, я прекрасно знаю. Стоит мне хоть раз заикнуться, как тут же стану безумцем в их глазах. Ага. Интересно, почему же остальные об этом не думают? Ну, то есть неужели им хочется всю жизнь провести на крошечном острове? Не то чтобы я терпеть его не могу, просто не получается понять. Ты ведь можешь выбрать подходящее для себя место, лишь повидав мир? Разве нет? И все же, об этом тут даже не думают. Словно это стало частью естественного порядка. Рождаться на острове и проживать всю жизнь, не ступив за его пределы. Поэтому мне всегда казалось, что я странный. Ты не странный, Лаура. Ты просто более широких взглядов, чем остальные. Мы это уже поняли. Нет, даже если странные именно они, это не меняет факта, что со мной что-то не так. Если я наберусь смелости, то в любое время смогу отправиться во внешний мир. Но я не могу. Не могу заставить себя покинуть это место. Лаура, послушай. Я точно такой же. Я всегда обожал приключения. Вот те, о которых ты читаешь в книгах. Но я ни разу не затевал собственное приключение. И не пытался. Так что в этой ситуации ничем не лучше людей с острова. Тебе было страшно? Самому интересно. Я думал, это станет последним выбором моей жизни. В конце концов, это обожание было всего лишь частью бегства. Бегство?
Я хотел найти героя. Героя из тех сказок и людей, что стали бы его верными товарищами. Я не мог им стать, так что просто поклонялся этой идее. Если бы я их встретил, то хотел бы задать один вопрос. Какой? Не знаю. Я давно забыл его. Лаура, у меня есть предложение. Предложение? Если тебе страшно одному, то давай покинем остров вместе. О! Мой жизненный срок ограничен. Я не могу нести ответственность за то, что будет после того, как я покину этот мир. Покинешь мир? Но... Я скину сцены в предложку группы ВК, короче, ну там много, поэтому получится очень много, если что. Хорошо. Так, я сейчас смотрю, что у нас там по прохождению, мне кажется, мы уже близки к развязке. Ты волнуешься о Калете? Угу, по крайней мере, пока ты ошивается рядом с ней. Понимаю, тут есть о чем поволноваться. Я действительно хочу отправиться повидать внешний мир. Я не лгал насчет этого. Но прежде чем это сделать, я должен стать по-настоящему независимым. Чтобы с полной верностью сказать сестре не беспокоиться обо мне. Тогда почему бы не начать с того, чтобы жить отдельно? Это бесполезно, она будет волноваться и постоянно приходить. Это потому что она не способна отпустить тебя? Я не могу винить ее за это. Родители давно ушли из жизни, а сестренка не может вынести этого. Но если так будет продолжаться и дальше... Если я перееду, ты будешь жить со мной? Я не против, хотя я не уверен, что это поможет тебе обрести независимость. Впрочем, поначалу всем нужна помощь. Честер? Точно. Я же видел с холма несколько мелких островков, расположенных поблизости. А, да, тут их полно. Некоторые рыбаки даже хижины там построили. Как думаешь, может и нам переехать на один из таких островков? Что? Давай завтра присмотрим место. Ты случаем не знаешь, может быть, какая-то из хижин уже заброшена? Думаю, есть парочка. Подождите, они съезжаются? Ну так резко? Нихуя себе. Отлично, тогда решено. Давай сначала посмотрим, потом обдумаем все. Как-то все внезапно, и почему эта идея увлекла тебя больше меня? Тебе так кажется. О, а тебе не пора домой? Калета будет волноваться. Мне уже пора. А может, с ночевкой? Я зайду к тебе завтра. Хорошо, доброй ночи. Доброй. Понятно. Заебись выздоравливать, пацан. Гх-гх. Вот черт, мое сознание угасает. Интересно, заметил ли он? Это просто чудо, что я продержался так долго. Ненавижу вкус крови. Неужели я привыкну даже к этому? Или умру намного раньше? Я не боюсь смерти. Мне все равно не за что цепляться в этой жизни. Но... Я дал обещание. Еще совсем немного. Только дай мне еще несколько дней. Что происходит? День малинового варенья. К слову о призраках, ты нормально питаешься? Ага. Выглядишь усталым. Правда? Крови тошнит. А? Похоже, я попал в самое яблочко. Как?
на воротнике следы крови. А. Ну, видишь, как нашкодивший кот. Ну, ты что, пытался это скрывать? Не знаю, что местные со мной сделают, если узнают, что я притащил с собой необъяснимую болезнь. Притащил? Тошнит кровью, это тебе что-то необычное на материке? Не переживай, это не заразно. Не, я не думал об этом. А вообще-то, ну знаешь, энигма. Так ты знаешь о ней? Еще бы, я же торговец, как помнишь. Быть в курсе всех слухов в честь моей работы. Слухов? Ну, я впервые вижу больного ею. В наше время это больше не редкость. Ну, да ладно, звучит паршиво. А, погоди, так ты умираешь? Я слышал, она неизлечима. К сожалению. Что, серьезно? Да блин, быть того не может. Я уж думал, что ты наконец завел нормального друга. Это, на удивление, спокойная реакция. Ты серьезно? Конечно. Если бы мои слезы могли исцелить тебя, я бы реку выплакал, но... Давненько меня ничего так не удивляло. Если ты умрешь, то, может, и мне стоит. Я бы не советовал. Но я хочу отправиться на небеса вместе с тобой. Уверен, что ты попадешь на них? О, да у меня все схвачено. Не сопереживай, что я для тебя способ найду. Разве ты не заржавел после всех тех лет на острове? А, твои слова ранят. Ма. Опять это, господи. Здравствуйте. О, так вы слышали? Простите, мы просто дурачились, такие уж мы шутники. Хо-хо-хо. Где, конечно же, предпочел бы компанию ослепительной леди вроде вас. Гений, тебе лучше остановиться. Что за жуткий тип? Ух. Честер? Честер? А? Что такое? Ну, я просто шучу. Я всегда предпочту тебя старой корге. Ну, хорошо, конечно. Ладно, мне уже пора возвращаться. Ты серьезно? Ты что, бросишь меня тут одного и с разбитым сердцем? Мне правда пора. До встречи. Что? Честер? Мужика закинули во френд-зону. Просто он не молодой и не настолько симпатичный, как остальные мальчики. Ай. Фух. Это женщина. Жуткий. Хм. Но на меня смотрела, я точно уверен в этом. Неужели я так плохо выгляжу? Лучше зайду к Лауре. О, он такой большой. Доброго вечера. В копилку Диграман. Очень хочется стрим по нему. О, боже мой, Кика-чан! Алмай! Бал, спасибо тебе большое за такой огромный донат. Спасибо. О, я не заметила, у нас, оказывается, Дан стал папиком стрима. Я тоже не заметила. Пипец. В копилку на диграмана. Хорошо, все, закину после стрима все в списочек. Спасибо тебе большое, зайка. Чувствую, на следующей неделе такими темпами у нас будет реально диграман. Да? Играть, что ли? Опа. Вы... Высокий мужчина с белоснежными волосами и темной кожей. Охуеть, какая темная, ебанешься. Просто мулатка. А, вы случаем не мистер Игнис? Делия-сан. Не, это так не работает. Ты меня знаешь? Лаура обмолвился парой слов о вас. Понятно, не особо разговорчив. А, так что привело вас сюда? Можешь называть меня по имени. Мне нужно кое-что в этой хижине.
А, травы. У меня тут нет ничего личного, так что комната в вашем полном распоряжении. Можете искать где угодно. Вы ведь ученик Греты? Тоже травником работаете? Слышал, тут нет врачей, так что на вас явно полагаются все жители острова. Должна быть напряженная работа. Так, Игнис, откуда же ты? Как? Понял, по цвету кожи и волос. Но по большей части по твоему расчетливому взгляду. Ладно, ладно, тут ты прав, последнее было шуткой. Один из моих сослуживцев выглядел прямо как ты, вот и все. Ты солдат. Бывший солдат. Впечатляет. Должно быть, ты был очень способным. Неужели я произвожу такое впечатление? На тебя за версту несет кровью. Я надеялся, что море его вымоет. Не только из прошлого. Ты до сих пор... Слышал, тебе недолго осталось. О, так Грета тебе рассказала? Она сказала, что ты думаешь, будто болен. Хочешь сказать, это не так? Это неизлечимая болезнь под названием Энигма. Знаешь о ней? Я просто пришел за лекарством, а не для того, чтобы болтать с тобой. Странный этот тип, Игнис, конечно. Ну, ты уже уходишь? Oh my! Блин, Настюха, спасибо большое за рейд! Ребята, не капсим, за капсулу нас автоматически банят. Привет, рейдеры, вы залетели бы сейчас на такую прекрасную игру, вообще. Тут столько всего гейского. Вот этот чел 15 минут назад харкал кровью, он умирает. Ой, Настюха, здорово! Чё, когда ты ко мне приедешь? Я все жду тебя. Никак не дождусь. Ну, ты уже уходишь? Похоже, что я только мучаю тебя. Хотя ты явно привык к боли. Тогда на этот раз ты мне должен. Прошу меня извинить. Это что, был сарказм? Мне нравится, что Дан полтора часа назад сказала, скоро концовки. Где концовки? Я и сам знаю. Прекрасно знаю, что это зловоние никогда не оставит меня. Доброе утро, Лаура. Доброе утро. Лаура, ты ведь собираешься отнести завтрак Честеру? А можно я с тобой пойду? Что? Ну, что это сейчас было? Ты что, намекаешь, что женщинам в вашем посиделкам места нет? Нет, все не так. Просто сегодня... О, вы опять собираетесь куда-то сходить? Хорошо, я просто хотела позавтракать с вами вместе. Понятно, тогда пойдем, да. Ага, но сначала нужно проверить, что ты там припрятал в сумке с вкусняшками. Ага. Трусы. Эй, как я выгляжу? Как? Я же не выгляжу как-то странно. Лицо и платье чистые. Ты выглядишь как обычно. Понятно, хорошо. Да, Калетта еще даже не подозревает, что мужика-то у нее увели. Лаура, я хочу кое-что попросить. Да. Можешь узнать, что нравится Честеру? Кажется, я уже знаю. Он намекает на себя! Правда? Что же? Он сказал, что любит все, кроме Горького. Может, перерыв на пописать? Да в смысле, какой это пописать? Так, быстро побежали ссать все! Быстро, даю минуту!
по Берику. На ходу снимайте штаны, ссыте и перебегайте обратно. Что за перелив на прописок начался? Концовки XD. А почему донат перестал произносить? И донат такой, пошла нахуй. А что, сегодня донейшн алертс, ну, читать донаты не будет, да? Все, завязал с этим. Ты пропустила худшие концовки, ХД. Я во время первого прохождения тоже подозрительно относилась к Игнису, но он классный. Кстати, ребят, ПЖ, помогите донатам на Энигму, а то я не миллионерша же. Согласна, донатим на Энигму дальнейшее прохождение. Гугл баба хрякнулась от количества гейщины. Так, все, все пописали, кто хотел. Я вижу один... Да, у меня тут целый список на МБ постримить. Игр, которые я покупала, и такая... Надо как-нибудь их постримить. Вот на эту я русификатор жду. Диграман вот тут ваш. Вот эта игра от создательницы Шарлотты. Вот Needy Girl Overdose, которую хочу на следующей неделе подрубить. Ваншот. Персон тут у меня висит. Сайнар Вайт Харт. Шангуи. Сколько ли... Она у меня... Я ее купила миллион лет назад вообще. Тоже вроде что-то забавненькое. Так, ну все, все пописали. Все покакали. Да, Данэш решил, что я сегодня мало, блядь, читала. Она сказала, что любит все, кроме Горького. Понятно, Горькая. Я вообще не об этом. Да что на тебя нашло? Мне интересно, какие девушки нравятся Честеру, а не Ида. И че будешь делать, когда узнаешь? Да. Здорово, Калета, и ты, Лаура. Че вчерашний дылды не видно? Дылды? Ты чертов неудачник из внешнего мира. А тебе как игра вообще? А то вдруг я тут зря стараюсь, и тебе не очень. Мне нравится. В смысле, как мне игра? Я тут сижу кекую, ты думаешь, мне не нравится, что ли? Мне все нравится. Все прекрасно. Ты чертов неудачник из внешнего мира, который еще как девка выглядит. Да, у тебя какие-то проблемы с Честером? Пока еще нет. Если ты что-нибудь с ним сделаешь. На, ты чё? Чё ты сделаешь? Я никогда тебя не прощу, понятно? Сестренка. Если с его головы хоть один волосок упадет, я никогда тебя не прощу. Никогда. Калета, детка, ты мне очень дорогая, не сделай ничего, что тебя может расстроить. Ты знаешь это, да? Но этот сукин сын оскорбил меня. А ты ведь понимаешь, что это значит? Не понимаю, ты просто задира. Терпеть не могу, когда ты так себя ведешь. Пора бы тебе слушать, что я говорю. Это... Что произошло? Проваливай же это, ты вечно не хочешь слушать. Че? Ты-то со мной говоришь, Лаура? Ты давно не ребенок. Пора бы уже понять, что нет означает нет. Лаура? Ты никогда не проигрывал в драке? Быть избитым, ощущать боль, стискивать зубы от отчаяния, ненавидеть свою слабость. Ты знаешь, слабые иначе на все смотрят. Наполовину своей жизни проводим депрессии, бесконечно думая, пока однажды... Пока однажды! Лаура? Так идиот будет решать все насилием. И моя сестра никогда не полюбит такого идиота. Как далеко может зайти твоя тупость? Это уж точно тупость! Ты так расхрабрился только из-за того парня.
Он не имеет к этому никакого отношения. Что? Я думал, он меня ударит. Он просто ушел. Сестра. Что? У меня голос дрожал. Немножечко. Но ты здорово справился. Я... Ясно. Прости, Лаура. А? Я слишком долго относилась к тебе как к маленькому. Это было так глупо с моей стороны. Я всегда думала о тебе, моем младшем брате, моей драгоценной семье, как о ком-то, кто нуждается в постоянной защите. Ты все еще дорог мне, но... Ты ведь мальчишка, в конце концов. За тобой не нужно постоянно приглядывать. И... Теперь я понимаю, что именно ты всегда меня защищал. Мальчик. Ты хороший мальчик. Я, конечно, пропустила холстрима, но игра такая приятная. Так что вот, чуть-чуть в копилочку. Спасибо за донатик 1-2-3. Спасибо, зайка. Теперь я понимаю, что именно ты всегда меня защищал. Мне стоит больше тебе доверять. Сестренка. Ну ладно, пойдем. Честер, наверное, уже зажда... А? Что такое? Ты наверняка пошел к Честеру. Что-то я сомневаюсь. Но он не в курсе, где живет Честер. Правда? Тогда хорошо. Но я все равно волнуюсь, так что давай поспешим, хорошо? Конечно! Он же точно не знает, а я думала, знает. На, Игнис, доброе утро. Здравствуй. Решил прогуляться с утра? Не помню, чтобы я раньше видела тебя в это время. Да. Не нравится мне. Буквально только что. А? Та, или как там его зовут? Он расспрашивал, где живет юноша. Юноша, ты... А... Он тяжело дышал. И ты ему сказал? Да. Какого черта ты это сделал? Теперь он доберется до Честера! Возможно, это будет ему хорошим уроком на будущее. Что? Прошу меня извинить. Так, Дан, скажи, пожалуйста, сколько до концовки? Потому что у меня начал лагать битрейт. У меня интернету нехорошо. Этот ублюдок, чем ему Честер не угодил? Надо торопиться, бежим, Лаура. Ага. Чё, сейчас я чувствую, мы на плохой моменте побежим. Ёбаный ты ж насрал. Я слышу дыхание. Как будто у меня дыра в горле. Я был полностью вымазан в... Этот цвет не исчезнет. Он не отпустит меня. И не важно, сколько раз я соскребу его, он все равно вернется. Чем больше я пытался избавиться от него, тем ярче он становился, тем сильнее въедался в меня. Я понял, что все бесполезно, а потому и сдался. Мое смирившееся сердце выбивало тихую мелодию. Темно-красный цвет. Темный и вязкий, испорченный оттенок красного. Вот я и подумал. По крайней мере, это позволит мне... Если бы этот оттенок красного был, по крайней мере, цвета неба, то, возможно, я бы мог сдаться и мирно слиться с ним. Слиться в единый цвет и фальшивую слепоту. И как бы ни было смешно... На этой земле не существовало человека, что мог удерживать силу грез. Запах ржавчины в одно мгновение возвращает их в реальность. В этом месте лишь те, кто отказался от дыхания, могли увидеть грезы. Я начал забираться на гору. Совсем не крутой подъем, словно это холм. Я вымотался. У меня почти не осталось сил стоять. Выбора нет. Ничего не поделаешь. Кто-то, не я, нашептывал эти слова в моей голове. Я не мог сопротивляться, так что просто сдался. Я продолжу подниматься по склону горы.
Мне пришлось пересечь его, чтобы добраться до места назначения, и я уже не мог повернуть назад. Я переставлял ноги, стараясь не споткнуться. Дорога была мягкой. Она скрипела, и мои ноги утопали в ней. Тонкий ствол дерева, служивший моей опорой, развалился на части. Неустойчивая горная дорога издала голос. Голос? Почему у горы есть голос? Действительно, хороший, блядь, вопрос. Помоги. Что происходит вообще? Что это было? Помогите? Она только что это сказала? А, понятно. Все еще жива. Осталась еще жизнь, что не стала горой. Но погоди. Я слышу чьи-то шаги. Они становятся все ближе и ближе. Шаги смерти. Это снилось этому, что ли? Лаура, кажется, я слышу голос Тая. Черт возьми, Честер! Честер! Нет, ты паря... Что происходит? Что? Нихуя себе! Прекрати, пожалуйста! Смотря как быстро будем проходить. Если не отвлекаться, то скоро можно будет выйти на второстепенную концовку. А, окей, хорошо, Дантик, сейчас посмотрим. Прекрати, пожалуйста, оно впивается мне в шею! Ты ведь так убьешь меня, прошу! Честер! Остановись, не убивай его! Помогите, помогите мне! Честер? Чес! Что? Пожалуйста, пусти меня! Я не хочу умирать, я не хочу умирать! А... Простите. Ну да ты ничего не сделал. Это точно? И перед тем придурком Тайм тебе извиняться точно не стоит. Кто бы мог подумать, что он додумается с собой нож притащить? Слава богам, что ты не пострадал, Честер. Мне стоило просто прогнать его, но я облажался. Он получил по заслугам. Он ведь мог убить тебя. Но я довел его до слез. Но мега мудрал, стоило тебе отпустить его. Ага, прямо ноги заплетались, как у нарожденного олененка. Ха-ха! Смеются. Да вы видели, как он удирал? До сих пор не верится. И ведь все время хвастался, какой он сильный. Слушай, а расскажи, как все произошло. Он ведь внезапно на тебя напал? Ты точно не ранен? Точно. На самом деле, я плохо помню. Я спал в этот момент, все произошло так быстро. Поверить не могу, что тебе удалось уложить этого бычару. Все же не могу понять Игниса. Зачем он рассказал Таю, где ты живешь? Адвокат! Народ, поддержим Дан и стримы по Энигме. Ой, Лау, ты так мило. Спасибо за донат. Мигнис? Он показал Таю дорогу. Это не говоря уже о том, что он сказал, что это послужит тебе уроком. Или что-то типа того. Вы что, уже успели поссориться? Нет, насколько я помню. У меня такое чувство, что он не обо мне говорил. Понятно, тот еще про хвост. Честер, ты как-то побледнел. А? А, наверное, простыл немного. О, нет. Ну, прошу, не беспокойся об этом. Это ерунда. Ну, правда. Ну, сестренка, давай дадим ему отдохнуть. Он даже присесть не может, пока мы так ему досаждаем.
Честер, а может быть Лаура сегодня переночует у тебя? Если, конечно, он тебе не помешает. Базару ноль. Будет ужасно, если с тобой что-нибудь случится, а никого рядом не окажется. Ты ведь не против, Лаура? А, да. Хм, ну что за дурак-то Тай? В этот раз я точно не прощу его. Я зайду к Грете за травами. Лаура, присмотри за ним. Ага. Ну ладно, мне пора, Честер. Еще увидимся. Спасибо тебе, Калетта. Всегда пожалуйста. Она все еще надеется, что у них что-то выйдет. Ох, ты в порядке? Ага, спасибо. Ну, ты видел ее? М? Как-то странно себя вела, разве нет? Да. Любой другой день она бы сама осталась. Еще более странно, что она ушла вот так вот, без всяких раздумий. Ну, то есть она всегда слишком волнуется и не перестает болтать, пока это не начинает раздражать? Или я просто надумываю? Честер. Волновато вчера было. Твое заболевание. Видимо, ему все же не стало лучше. Все нормально, можешь не скрывать от меня. Я правда плохо помню, что случилось. Хочешь, научу тебя самообороне? Это поможет побить Тая? Давай начнем с самозащиты. Это не займет много времени. Нескольких часов для освоения будет достаточно. Ну, верю, что тебе можно двигаться. Девочки в чате, поверьте моему опыту, Игнис Честера никогда не обидел. Я на это все свои средства поставить готова. Ну да, я так поняла, он, что проучить Тая хотел. Но откуда он понял, что Честер крутой перец? Только потому, что он в армии служил? Блин, мне еще нравится этот медальон на груди у Честера. По-любому, это ему Эл подарил. Все хорошо, я хочу обучить тебя. Ладно. И пацаны ушли тренироваться. Да будет гачи-мучи. Понятно. Но ты не удивлена. Я видела, как он сложен. Это не так заметно, как в случае с Таем, поэтому сразу не поймешь. Хотя я не поверила, что он солдат. Парень с таким беспечным личиком. Кто бы мог подумать? Что не так? Ты знала, да? Знала, что? Что Честер умирает. Так ведь? Калетта, о чем ты вообще? Ясно. Значит, я правильно поняла. Просто поняла это. У него та же улыбка, что и у мамы. Улыбка, уверяющая, что все хорошо. Улыбка, уверяющая, что все хорошо. Даже если это полное вранье. Это улыбка. Последнее, что я видела на ее лице. И она такая же. Честер не из тех, кто самостоятельно обрывает свою жизнь. Я знаю. Но ведь тоже исчезнет. Куда-то, куда мои руки и голос не смогут достать. Туда, где сейчас мама с папой. Он болен, ему осталось совсем недолго. Прости, что скрывала. Стоило сразу сказать. О, Никовай, здорово. Я совсем ничего не знала и улыбалась, как дурочка какая-то. Я, наверное, причинила ему столько боли. Ты ни в чем не виновата. Он не хотел никому говорить. Не будь так строга к себе, Калетта. Это больно. Да. Это... невероятно больно. Конечно, ты ведь все-таки любишь его. Че, серьезно? Как она так быстро его полюбила? А-а-а! Прошу, успокойся, Калетта. Ну, почему? Почему все, кого я люблю, умирают? Я ведь просто хотела с кем-то быть.
быть с кем-то дорогим мне вместе. Да. Почему их всех забирают? Почему их всех отнимают у меня? И кого я должна винить за это? Нет, я не хочу. Я знаю, это одиноко, это больно. Все так и есть, ты права. А, он мне правда нравится, очень-очень. Он первый, кому я такое почувствовала. И что же мне теперь делать? Лаура тоже будет чувствовать эту боль. Он добрый ребенок, намного добрее, чем я когда-либо могла быть. Нет. Я достаточно хлебнула и грусти, и одиночества. Достаточно, и все же... Что же мне делать? Могу ли я... Не нужно сдерживаться. Ты можешь выплеснуть свою злость и боль. Ты можешь поплакать. Не подавляй свои эмоции. Ты ведь просто обычная девушка. Ну, короче, орет, понятно. Бедняжка. Если бы только ей было кого винить и ненавидеть. Свет, кажется, что достигает другой стороны. Честер, что делаешь? Давай вернемся. Тебе ведь все еще нехорошо. Ага. Лаура? Что? Как думаешь, звезды прекрасны? А? С чего ты вдруг об этом заговорил? Звезды, да. Дома выглядит не так уж плохо, когда мерцают на небе, но не могу сказать, что мне есть до них дело. Их можно увидеть любую ночь, если погода хорошая. Небо никак не меняется. Понятно. Я прежде не видел их такими. Честер? Интересно, были ли звезды такими же красивыми на материке? Честер? Да. Завтра я тоже назову тебя по имени. Лаура. И послезавтра, и послепослезавтра. Я буду так громко звать тебя, что ты обязательно услышишь. Так что, пожалуйста, ответь мне, хорошо? А взамен? Я тоже отвечу на твой зов, где бы я ни был. Хорошо. Ах, Честер, понятно, твой цвет стал еще ярче. Ебать, какое стекло, просто ёбнешься. Ага, это я понял. Это сработает в любой ситуации. Поможет, если захочешь придумать что-нибудь самостоятельно. Ладно. Ну и? В смысле? Почему ты знаешь такие вещи? Неужели снаружи настолько опасно, что такое должны знать все? Ну, смотря куда забредешь. Ну, я что, напугал тебя? Отстань. А, да не беспокойся. В страхе нет ничего плохого. Это всего лишь один из инстинктов, что работают на благо твоей безопасности. Правда? Ну, я, конечно, не ученый. Да ты по-любому постоянно все выдумываешь на ходу. Сестра так и не вернулась. Ага. Тот факт, что тут половина диалогов отсылают к концовкам. Ну, еду к Ламсика. Спасибо тебе большое за донатик, Дант. Угу. Надеюсь, она не столкнулась с Таем.
Может, проверишь? Просто на всякий случай. Я немного волнуюсь. Но... Все в порядке, я пока посплю. Хорошо, тогда я пошел. Спасибо. Ах. Что? Да ничего серьезного. Ну? Ты еще вернешься? Хочется с кем-нибудь поболтать. Конечно, не переживай. Ладно, спасибо. Ну, я пошел. Это ненадолго. Удачной дороги, как бы странно это ни звучало. Сейчас, секунду. Тина, ты там не спишь? Сестрица у Греты, они хорошо проводят время. Интересно, он правда спит? Честер, я вхожу. Что? Тут никого? Разве он не сказал, что собирается вздремнуть? Нравится здесь? Думаю, да. Прекрасный вид, и небо кажется ближе. Интересно, на что это похоже, когда тебе что-то нравится? Ну, а ты не знаешь? Знаю слово, его значение, но чувство незнакомо. Энвирио не испытывает чувств. Понятно. Но ты ведь понимаешь, что объяснить чувства – задача не из легких. Это сложно? Да. Тогда не буду беспокоить тебя. Прямо гора с плеч. Ты скоро умрешь, и твой цвет станет целиком и полностью моим. Не могу дождаться. Не можешь дождаться, пока я умру? В каком-то смысле? Понятия не имею, что ты подразумеваешь под цветами. Как они связаны с моей жизнью? Цвет — это цвет. Мы должны приносить его Энигме. Энигме? Погоди, ты Олеся? Энигма — это Энигма. Мне говорили не ввязываться в это, но я не в силах сдержать любопытство. Еще немного, и Энигма достигнет цели. И когда это произойдет, все стабилизируется. Оно понемногу появляется и также исчезает. Таков механизм. Становится лучше, когда таких, как ты, мало. Иначе она сжимается. Но было бы гораздо хуже, не будь вас вообще. Прости, я совсем не понимаю, о чем ты говоришь. А тебе и не нужно. Ты должен отдать свой цвет. Больше от тебя ничего не требуется. И как это сделать? Уже собираю его. Ты будешь принадлежать Энвирио, когда умрешь. И как только это случится, Энигма... Честер! Лаура? Опять ты! Погоди, Лаура. Что? Если цвет так и будет принадлежать тебе после моей смерти, зачем же ты просишь его отдать? Хочу получить его раньше. Понятно. А что вы вообще цвет отдать? Получается, ты хочешь, чтобы я умер как можно скорее. Верно. Ты умный. Лучше, чем Игнис. Обычно люди боятся. Могу помочь, если хочешь. Жизнь в ее последние моменты – самое полезное. А спрашиваю разрешение лишь потому, что хочу вести себя как человек. Игнис говорит, что это забавно. Да, Минвирио понимает, что такое забавно. Не может объяснить, но, думаю, может чувствовать. Даже не знаю.
Прости, но я постараюсь продержаться как можно дольше. Я ведь дал обещание. А? Никогда не думал о том, что будет после моей смерти, и очень сомневаюсь, что смогу хоть что-то сделать, будучи в могиле. Я решил подарить Лауре последние мгновения моей жизни, так что будет весьма неприятно, если ты решишь отобрать этот подарок. Понимаю, буду ждать. Заберу при следующей встрече. Видишь, как сильно я его желаю. В следующий раз не стану вести себя как человек. Короче, если хочешь выйти на концовку, выбирай на следующем выборе поговорить с Энверио. Поговорить с Энверио? А почему в прохождении я вообще не вижу такого варианта? Не, ну поговорить с Энверио, так поговорить с Энверио. Видишь, как сильно я его желаю? В следующий раз я не стану вести себя как человек. Не забывай об этом, Честер. Да просто уходи уже, кукла! Какого черта ты тут забыл? Ноюшки. Ты тупой или чё? Просто хотел подышать свежим воздухом. Ты мог подышать им и возле своего дома. Какого черта ты пошел сюда? Прости. Да тебе реально не доходит. Я хотел еще раз увидеть это место. Я хотел выжать память этот вид, прежде чем настанет мой последний день. Там будет вариант, возможно. Стоит поговорить с ней еще раз. Боже, я настолько далеко от концовок! Капец, девочки, ебанёсься. Мне хотел выжить память этот вид прежде, чем настанет мой последний день. Так что, сам того не заметив... Прости, я берегнул палку. Да не, ты очень милый, когда честен со своими чувствами. Чего? А, да, о каком острове ты тогда говорил? Где-то должна быть свободная хижина. Может быть, отсюда его видно? Честно, это совсем не смешно! Да я в жизни не шутил. Просто взгляни мне в глаза. Видишь, ни единого намека на озорство. Да я только его и вижу! Да быть того не может. Боже! Тут не было ни шуток, ни лжи. Как бы ты поступил, узнав, что это единственная причина? Тут и капли воображения не понадобится. Послушай, Лаура, ты добрый и честный ребенок, поэтому я не хочу, чтобы ты пострадал. Даже несмотря на то, что в этом мире невозможно жить без боли и перемен. Уверен, что этого хватит? Угу, я уже наелся. Прости, что оставил так много. Да все хорошо, я сам доем. Ну, почти ничего не съел, да и утром тоже. Но вчера он казался абсолютно здоровым. Неужели все так быстро изменилось? Такое ощущение, будто со мной это не впервые. Как мама. Лаура, что это? Ну, кто-то должен был. Эта игра заслуживает этот донат. Мы этого ждали, да, мы этого ждали, мы это заслужили. Спасибо тебе большое, Дан, за донат. Спасибо. Лаура, что у тебя тут? Сумка какая-то большая. Ты об этом? Давай покажу, только для начала приляг и типа того. Хорошо.
что он там в его сумке? А, карта! Ну вот. Карта? Ну, та, о которой ты говорил. Ага, ты ведь уже видел карты? Они выглядели так же? Более-менее. У некоторых стран здесь совсем другие названия. Буквы стерлись, и некоторые названия уже невозможно прочесть. Да где ты жил? Вот здесь. Королевство Лиснее. Мой дом где-то в этой части. Прямо напротив порта. Так ты был не так далеко. От чего? От места, где жила мама. Она рассказывала, что жила в Лагушии. В маленькой, но богатой ресурсами стране. А еще там было очень красивое озеро. Многие даже из других стран приезжали, чтобы посмотреть на него. Мама говорила, что ее страна очень гордилась этим озером. А вот так их флаг выглядит. Видел его прежде? Блядь, сейчас выяснится, что Честер ходил в военный поход на эту страну, они там все уничтожили. Ага, видел. А страна все так же называется? Нет, не совсем. Теперь это территория Лисни. Что? Почему это? Война. Война? Но почему? Твоя страна и так полкарты заняла. Вы затеваете войну, когда требуется больше земель? Это не единственная причина. Мы сражались за ресурсы. Разве это не называется вторжением или вроде того? Так и есть. Это ведь плохо, разве нет? Понимаешь, Лисния стала целью для еще большей страны. Так что нам нужны были эти ресурсы, несмотря ни на что. Хотя никакая причина не может оправдать произошедшее. И мне очень жаль. Я не могу назвать это злодеянием. Но я бы предпочел, чтобы больше не было никаких войн. Возможно ли такое, что ты участвовал в той войне? Нет ничего страшнее войны. И не только потому, что не знаешь, доживешь ли ты до следующего дня. Ты еще и должен бороться с чувством вины за убийство людей. Вина. Мы сжимаем оружие в руках, мы убиваем, и нас тоже убивают. Люди вокруг погибают один за другим. Считать даже времени нет. Стоит посмотреть вниз, как ты обнаруживаешь под ногами чей-то труп. А когда бросаешься вперед, пытаясь игнорировать это, ты думаешь, что убил уже многих. Многих? Не очень-то это отличается от других. Хотя у каждого из этих других была своя жизнь, дорогие люди. Когда ты складываешь бесчисленное количество жизней, то начинаешь считать, что их много. Просто загоняешь все в удобные рамки. Ты забываешь, потому что не знаешь этих людей. Ведь в конце концов, каждый из нас главный герой собственной истории. В Лагуше я провел около полугода. Мне было примерно столько, сколько тебе сейчас. Однако следующая война заняла 5 лет, и к тому времени под моим командованием было довольно много бывших лагушанских солдат. Они не испытывали к тебе ненависти? Они... Все нормально, ты можешь не отвечать. Прости, что заставил тебя столько говорить. А, точно, я ведь думал сделать карту этого острова. Этого острова? Ну я не знаю, где сейчас располагается остров. И как только выясню это, то обновлю мировую карту. Ну как, это круто, да? Да, будто ты сам создал этот остров. Ха-ха, не знаю, будет ли это слишком, но было бы здорово записывать, где и что находится. Ну, это в далеком будущем. Для начала мне хотелось бы повидать мир. Знаешь, если... Если я найду способ покинуть остров, ты пойдешь со мной? Это будет словно приключение, правда же? Это будет словно приключение, правда же? Да. А потом мы сможем написать книгу о нас. Книгу с историями о наших приключениях. Я вот думаю, с какого момента начать? С момента, как ты набрался решимости покинуть остров. Понятно, в этом есть смысл. Я чувствую, что у меня еще... Что у меня ее теперь даже больше, чем прежде. Угу. Прямо дождаться не могу. Да. Пойдем вместе. Да.
Мне бы очень хотелось пойти вместе. Стекло-то такое, девки. Так, ладно, чатик. Я думаю, мы сейчас сворачиваемся. Потому что я не хочу выходить на какую-то левую, какую-то другую концовку. Я хочу выйти на ту, на которую я бы хотела сама. Поэтому, я думаю, сворачиваемся. На прекрасном диалоге о чистой мужской дружбе. Вот. Ой, надеюсь, Дан, ты не против? Вот. Мы собрали, я думаю, уже половину на следующий стрим. Так что, я думаю, еще люди посмотрят запись этой игры. И еще у нас появится. Может, к следующей неделе будет следующий стрим по ней. Ой, как я устала читать чат. Это было очень сложно. Я уже под конец перестала понимать, где чьи реплики я читаю. И у меня... Да, мне не кажется, у меня голос сел. Ой. Пойду сейчас отпаиваться чаем. Хороший гейский стрим, да, игра очень приятно удивила. Ну, то есть я думала, здесь будет меньше такого качественного контента. А тут вся игра качественный контент, так сказать. Вот. Я надеюсь, вам тоже понравилась эта игра. Можете в любой момент кидать донаты на нее. Типа, ради бога. Большое спасибо, Дан, тебе, что рассказала нам об этой прекрасной игре. Вот. И большое тебе спасибо, как сегодняшнему папику стрима. Сейчас все внесу в наш списочек на сбор. Не переживайте. Да, Татьяна, очень вовремя. 3:40 прошло от стрима. Только появилась. Вот. Мне понравилось. Реально очень интересно. Очень приятные диалоги у ребят. Хотя, не знаю, очень много повседневности. Но я так поняла, экшон будет в других концовках. А тут, как вот, как мне объяснили, только знакомство с персонажами. Вот. Очень, короче, приятная игра. Вот, ребят, да, на сегодня все. Встречаемся с вами завтра. Завтра у нас еще стрим по одной игре. Завтра у нас Диско Элизиум. Тоже постараюсь 4 часа стримить. Ближе к 4, по крайней мере. Вот. Четверг выйдет на основном канале видосик. Пока что он доступен ВК Донат. Подписывайтесь на ВК Донат, если вы хотите меня поддержать. Вот. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы там всякие новости узнавать. Большое спасибо всем за сегодняшний прекрасный стрим. Всех люблю. Всем пока-пока, чатик.